Să ți pun ta atrasul. Sustained Dandavat Puspanji, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradatama Guru Pada Padma Nitilila Pravishta Om Vishnupada Ashtotara Satasri Rupanuga Charyavarya Сила Бхакти Веданта Нараян Госвами Махарадж. Прежде всего, предлагаю свою Шаштанга Давар Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишта Ом Вишнупад Аштота Рашата Шри, Рупа Нуга Чари Вари Шилы Бхакти Веданта Нараян Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada, and to all of us, Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранама лотосных стоп моего Парам Гуру Дева, Шрилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Банчакал. В завершение я кланяю всем Вайшнам и Вайшнави. Шрилы Гуру Дева ки. Три Ромата Киджа. Садам Прабу Киджа. Замечательно, молодцы.
We are so fortunate to be celebrating together the Ratyatra Maha Mahotsav of Lord Jagannath in Jagannath Puri. И сегодня у нас удивительная возможность собраться вместе, отпраздновать первый день начала праздника колесниц Радхаятри Господа Джаганатха. Этот праздник начался сегодня в Джаганатхапуре. It is no exaggeration to say that even Lord Anantadev with a thousand heads speaking from time with no beginning throughout time with no end cannot articulate the glories of this beautiful pastime. Это не будет преувеличением сказать, что Анантадев своими бесчисленными языками, с незапамятных времен и навсегда, то есть навеки вечно, он не сможет поведать во всей полноте о славе этого удивительного праздника. But there is no narration, either in factual history or even in fiction, which can compare to the beauty, the drama, the complexity present in this pastime of Chaitanya Mahaprabhu's dancing at Radha. Нет произведения, описывающего исторические факты или даже фантастики, нет, которое может сравниться в потрясающей, то есть разнообразии драматических элементов, романтики, приключений и вообще исторической значимости вот этого удивительного праздника колесниц. We are very lucky in this life, if we can touch one drop of the ocean of the nectar of this lila. Если мы сможем осмыслить хоть одну капельку океана нектара этой лилы в этой жизни, то мы уже можем считать себя очень удачливыми. Yesterday, we heard how on the morning of Ratyatra, Lord Jagannath came out from the Shri Mandir. Вчера мы слышали о том, как утром, в первый день Ратхаятры, Господь Джаганатха вышел из своего храма Шри Мандира и направился в колесницу. По мостику взобрался на свою колесницу. How Mahaprabhu prayed to him. Мы услышали о том, как Чайтанья Махапрабху приветствовал Господа, как он молился ему. And the devotees began Харинам Санкиртан. О том, как начался громкий Харинам Санкиртана. Mahaprabhu had directed them in seven groups. Махапрабху разделил преданных на семь групп. Each group had мрданга players, картел players, singers and lead dancers. В каждой группе были мридангисты обязательно, те, кто играли на караталах. Также были те, кто лучшие танцоры присутствовали в каждой из групп и лучшие певцы. There were three groups in front of Lord Jagannath's chariot. One on each side and one behind. So seven altogether. Две группы преданных стояли перед колесницей, две были сзади и две по бокам. Нет. Три спереди, две сзади и по группе по бокам. В целом получается семь групп. Чайтанья Махапрабху told Swarup Damodara Swami to sing for us. Чайтанья Махапрабху попросил Сваруп Дамодара пропеть стих. Сейто прана ната пайну яха лаги мадана дахине джургану. Сваруп Дамодара sang this verse. И Сваруп Дамодара пропел именно этот стих. The meaning is сейто прана ната пайну. Oh, now I have attained my Prananath, the Lord of my Prana. И смысл этого стиха, что наконец-то я обрела своего возлюбленного, повелителя моей праны, Прананатха. Madana Dahine Juriganu, in whose absence I was being burnt by the blazing fire of Cupid. То есть наконец-то я обрела своего возлюбленного, своего Прананатха, в разлуке с которым я сгорала под пламенем, который разжег в моем сердце Купидон. And I had withered away. И я истощилась. But now my prana has come to me. Наконец-то моя. The Lord of my prana has come, bringing me life. То есть, но я снова ожила, как только я повстречалась со своим прананатом. Прана вернулась ко мне. So Mahaprabhu, he began to enact with his arms by manifesting various mudras. И Махапрабху стал изображать, то есть отражать стих этого стиха способом драматургии, используя the разные жесты рук, of Radha and мудру. Krishna's meeting at Kurukshetra. То есть он стал изображать танцем, движением рук, мудрами вот эту встречу, долгожданную встречу Радхи и Кришны
на Курукшетре. Seeing Mahaprabhu is dancing, everyone was astonished. Увидя этот завораживающий танец читания Махапрабху, все стояли в изумлении. Not only all the people there. Смотрели не только люди, присутствующие на празднике. But Lord Jagannath himself. Сам Господь Джаганат. You know, his eyes are very big. Why? Because he's astonished, looking at Chaitanya Mahaprabhu dancing. Почему вы думаете, у него такие огромные круглые глаза? Потому что вот с того момента, что он так смотрел на танец Махапрабху, у него глаза так расширились. It is not that the people are pulling the chariot of Lord Jagannath, but Lord Jagannath moves of his own will. И, конечно же, внешне кажется, что это колесница движется, когда люди тянут за канаты, но на самом деле Джаганнат движется по своей сладкой воле, когда so хочет. So if Mahaprabhu would dance to the side and then go behind the rat cart, then everyone was pulling, but it would not move, because Lord Jagannath начало происходить, когда Махапрабху затанцевал этот удивительный танец, если он сдвигался куда-то из поля зрения Джаганнатха, отходил в сторону от колесницы, тут же колесница тормозила, несмотря на то, что люди тянули изо всех сил эти веревки. Джаганнат хотел смотреть на танец и искал взглядом Махапрабху, где он. And the chariot would not move. И как они не тянули все за эти канаты, колесница не двигалась с места. The king Prataparudra Maharaj ordered his men with horses and elephants to try to pull the chariot, but it would not budge one inch. Не понимал, что происходит, призвал тут же кавалерию свою там и слонов, чтобы те подталкивали колесницу, но как не толкали эту колесницу, она не двигалась. Finally, Mahaprabhu dancing came behind the chariot and just touched with his head and pushed, and began to move. Как только Махапрабху продолжал танцевать вокруг колесницы, потом подошел, легко лбом коснулся колесницы, подтолкнул, и тут же колесница поехала вперед. So in this way, Mahaprabhu was sometimes in front and sometimes behind, and in this way, by his movements, he was controlling the movements of Lord Jagannath. То есть Махапрабху иногда танцевал перед колесницей, спереди, иногда уходил и танцевал сзади. И вот своими движениями, своим танцем он контролировал движение Джаганнатха. This lila is so full of wonders. Столько тайн в этой лиле кроется. Because on the one hand, Lord Jagannath is Krishna, the prince of Dwarka, in the mood of Krishna, the prince of Dwarka, who has come to Kurukshetra. То есть, с одной стороны, сам Господь Джаганнатха, это Дваркадеш Кришна, принц Кришна из Двараки, который приехал на Курукшетру. And he's looking at himself, Krishna. But the other form of Krishna, that is Chaitanya Mahaprabhu, is in the mood of Radharani, looking at Krishna at Kurukshetra. То есть это удивительно, загадочная вот такая ситуация, потому что один Джаганнат это Кришна в настроении Дваркадеша Кришна на Курукшетре и наблюдает за собой, то есть сам за Кришной, которая находится сейчас в Раджандра Нандраша Масундарам Кришны, которая находится в настроении Радхи. There's a painting here of Radhika looking to Krishna and Krishna looking to Radhika at Kurukshetra. But here in Ratyatra in Puri, Krishna is in both roles. То есть, но experiencing сейчас, what it means to be the Vishai, the object of love, and the Ashray of love. И, а вот тут изображены Радха и Кришна, которые смотрят друг на друга на Курукшетре. Но в данном контексте в этой лиле это сам Кришна с обеих сторон. Он сейчас воспринимает себя как Вишай Виграху, объект любви, и испытывает, каково быть Ашрай Виграхой, то есть любящим. So, just as during the Rasa Lila, Krishna manifested so many forms to dance with various gopis. So in the same way, there were seven Sankirtan groups and Chaitanya Mahaprabhu manifested a form and was dancing in each of the seven groups. Подобно тому, как во время танца Раса Лилы Кришна явил экспансии, чтобы танцевать с каждой личной, с каждой из гопи, аналогичным образом сейчас Махапрабху явил семь форм и танцевал среди каждой из групп преданных. So, at that time, the devotees could not understand. Each group of devotees thought, oh, we are so fortunate, Mahaprabhu is dancing in our group. Преданные не знали об этом. Субъективно каждая группа радовалась. Ага, нас выбрал Махапрабху, он с нами танцует. Sarvabhauma Bhattacharya, Kashi Mishra and the king Prataparudra up on the roof of the palace and watching the festivities. А сам царь Пратапурудра вместе со своим учителем Каши Мишра и вместе с Сарвабхаумом Бхаттачарьей, он стоял на крыше дворца и смотрел на праздник оттуда. And because
Mahaprabhu's heart was melted when he saw previously Pratipurjmaj taking a broom and sweeping before Lord Jagannath. So Hari Dino Dari Gajapati Kriput Sekatarla Sachitanya Kime Punarapitiso Yashati Padam. He became, Mahaprabhu became overwhelmed with anticipation. When will I give mercy to Pratapurudra Maharaj? Ранее утром, когда Махапрабху увидел, как царь Пратапурудра подметает вокруг колесницы Господа и тропу, и мостики, которые вели туда, это так растрогало его, так понравилось ему, что царь выражает величайшее почтение, подданство Господу, что Махапрабху захотел отделить свою милость у царя Пратапурудру. Being a sannyasi, he was forbidden by social etiquette to meet with a king who was engaged in all political activities and having so many dozens of wives. Он знал прекрасно, что по уставам монашеской жизни ему не подлежит близко общаться с царем, который был, ну, по факту обывателем, у него было множество жен, он занимался дипломатической деятельностью. More than 40 children. У него больше 40 детей было у царя. So, but Mahaprabhu, knowing that he was a devotee, wanted to give mercy to him. То есть он не положено монахам общаться с мирянами, но все же Махапрабху видел это преданность в сердце царя, ему очень хотелось одарить его милостью. Pratapurudra Maharaj looked and saw Mahaprabhu dancing in 7 sankirtan parties and said to Kashi Mishra, oh, look, Mahaprabhu's dancing in the 7 parties all at once. Kashi Mishra was looking, but he couldn't see it. And he said, oh, Maharaj, you are most fortunate. И именно царь Пратапурудра увидел с крыши, как 7 форм читания Махапрабху, что он танцевал в каждой из групп. И он говорит, Каши Мишра, ты посмотри, Махапрабху танцует в 7 формах во всех группах. И Каши Мишра, как ни старался, он смотрел, но ничего не видел, кроме одного Махапрабху. И с восхищением он сказал, как удачливо вы, царь, что вам дана такая милость увидеть это, только вашему взору Махапрабху открыл. Sarvabhaum Bhattacharya could also see. Но Sarvabhaum Bhattacharya тоже увидел 7 Махапрабху. So, some could see, some could not see. То есть зависело от уровня духовной зрелости преданного и приближенности к Махапрабху. Некоторые видели, а большинство не видело. It seems that Jagannath himself could not see. Казалось, что сам Джаганнат тоже не видит. Otherwise, when Mahaprabhu was dancing behind, if he was seeing him also in front, then he would not stop. Потому что если бы он всегда видел всех Махапрабху, то колесница бы не останавливалась каждый раз, когда Махапрабху заходил за колесницу во время танца. Now, it's very wonderful, because one may think, if Mahaprabhu is absorbed in the mood of Radharani, feeling that I am meeting with Krishna at Kurukshetra after long separation, then how can he also simultaneously think, well, let me be in 7 parties and I'll reveal myself to him, but not to him, and maybe partially to him, and sometimes to him. How can he calculate all of these things and be absorbed in the Radha Bhav at the same time? И кому-то может показаться странным, как читание Махапрабху удается сочетать в себе вот эти очень глубокие эмоциональные потрясения, переживания бхавши мати Радики, которая после долгой разлуки с Кришной наконец-то повстречалась с ним, и одновременно думать, так, надо сейчас дать порцию милости этому, сейчас я явлю вот эти 7 форм вот этим преданным, от этих скрою, и я сейчас буду присутствовать во всех 7 группах, то есть кажется странным вот это сочетание всего этих калькуляций и глубоких эмоций. So, he is so absorbed in Radha Bhav, thinking I'm at Kurukshetra, he is completely forgotten that he's in Jagannath Puri, so where is the king, where is Sarvabhaum Bhattacharya? То есть на самом деле Махапрабху не помнит, он ощущает себя полностью Шримати Радарани, которая оказалась на Курукшетре. Там с Кришной он забыл уже обо всех вокруг и не думает ни о царе, ни о Сарвабхаум Бхаттачарье, ни о ком вообще. It's about 15-15. That means 16th century. But he's thinking he's 5,000 years ago. То есть это уже 16 начало. Дварпа-юг, not in Kali-юга. 16 века, где-то 1515 год, наверное. Но он ощущает себя там 5000 лет до этого же на Курукшетре. So he's not aware of desh, kal, patra, time, place and circumstances. Он не осознает, не забыл о времени, месте и обстоятельствах. So Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pad said, Lila Veshi Prabhu Nahi Nijanu Sandhan Icha Jani Lila Shakti Kare Samadhan.
Lila Veshi Prabhu. Mahaprabhu was Lila Vesh, absorbed in his Lila. Nahi Nija Anusandan. He never investigated himself. Where am I? Who am I? He wasn't, what am I doing? He wasn't thinking about this because he was absorbed fully in the Lila of Radha and Krishna. Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет состояние читания Махапрабху, что он говорит, что Махапрабху был настолько проникнут вот этими ощущениями Бхаврадики, он настолько ощущал себя в лилах Радхи и Кришны, что он не анализировал вообще, что с ним происходит и что происходит вокруг него. But each jani lila shakti kare samadhan. That means that his Leela Shakti, Yoga Maya, knowing, Ichajani, knowing his heart, what he wants to achieve, Kari Samadhan reconciled everything. In other words, Mahaprabhu wanted to give mercy to Pratapurudra Maharaj. So though he was absorbed in Radha Bhav and Radha Krishna Leela, but his Yoga Maya managed in such a way to still fulfill that desire. Without his volition being involved at that moment. Сам Махапрабху был предвзят вот этим состоянием и своим субъективным восприятием своей реальности. Но Лила Шакти, так как она уже знала желание сердца Махапрабху, то есть она отметила, что ранее Махапрабху очень хотела дарить милостью Пратапурудру, она знала, кто близок его сердцу и дорог, и поэтому она заведовала всей внешней стороной, вот так делала, так что кто-то видел Махапрабху, кто-то не видел. Pratapurudra Maharaj wanted to come down and closely have darshan of Mahaprabhu's lila. После того, как Пратапурудра увидал все с крыши дворца, ему захотелось спуститься вниз и стоять поближе к читанию Махапрабху, там зарядиться его энергетикой, его танцем, понаблюдать. So Pratapurudra Maharaj came down. And he was protected by his general Harichandan. И Пратапурудра пошел скорее вниз, и с ним пошел его телохранитель, его главный там генерал Харичандан. And other soldiers were there, so they were moving all the crowds out of the way, so the king could walk through the huge crowds. Но когда царь пошел, за ним двинулась команда security, окружила его оцеплением, распихивала толпу, чтобы он мог поближе подойти к читанию Махапрабху. When he got close to where Chaitanya Mahaprabhu was dancing, there were three circles of Mahaprabhu's associates holding hands in a ring around him to leave some dancing. Но как вы слышали, вокруг читания Махапрабху была команда security, что преданные выстроили три круга оцепления, держась за руки и никого не подпускали близко к Махапрабху. So the king, he came through. Царь прошел сквозь них. But one person was still in front of him, Шривас Такур. То есть он подобрался уже как можно вперед к читанию Махапрабху, но все же перед ним его не мешал ему Шривас Такур плясал и подпрыгивал очень высоко, все время блокируя вид для царя. So the General Harichandan, he put his hand on the shoulder from behind of Shiva Stakur and just moved him to one side. И увидев, что царю не видно Махапрабху, генерал Харичандан просто так легко положил руку на плечо Шривастакура и сдвинул его в сторонку. So the king could see the beautiful dancing of Mahaprabhu. Чтобы царь мог созерцать прекрасный танец Махапрабху. But then... Но Шривастакура припрыгнул обратно вскоре уже. So then опять стал перед царем. Big leader of the king's armies. He pushed him again. Этот накачанный дядечка, генерал, снова сдвинул его в сторону. Снова Шривастакур прискакал обратно. So then the third time the general tried to move him. Третий раз генерал опять потянулся отодвинуть его в сторону. Шривастакур кто напихает все время сзади? He just turned around and without thinking, then he gave him a slap in the face. Просто повернулся и дал оплеуху генералу. And then continued to dance. И продолжал там танец. Now, the general, the leader of the powerful armies of Pratapurudra Maharaj, was not accustomed to be slapped in the face. Но генерал к такому отношению к своей личности не привык. То есть, словно командующий тех самых сильнейших армий тех времен, он подумал, минуточку. Меня только что ударили по лицу. Or if someone would slap the general in the face, then that person would not be accustomed to living very long. И вообще в те времена не было никого, кто бы пережил такую, да, пощечину. Но генералу остался бы в живых поведать свою историю. So immediately, Harichandan wanted to retaliate. Генерал тут же уже так напрягся, чтобы сейчас разобраться. But the king put his hand on his shoulder and stopped him. Царь тут же положил руку на его плечо, остановил его. He said,
You are so fortunate. Сказал, как тебе повезло. To be touched by the lotus hand of the great Shrivastakura. Какой же ты удачливый, тебя коснулась лотосная рука Шривастакура. We heard last week the glories of Shrivastakura. На прошлой неделе как раз слышали о величии Шривастакура. So, Mahaprabhu was dancing. Mahaprabhu танцевал. And sometimes he would jump in the air and become unconscious and fall to the ground and roll in the dust, looking like a golden mountain. Иногда он подскакивал высоко над землей, иногда он падал прямо на землю и катался по земле, как огромная золотая гора. So, because Lila Veshi Prabhu nahi nijanu sundan, icha jani Lila Shakti kare samadhan. Mahaprabhu doesn't know anything, but the Lila Shakti is arranging everything. То есть Махапрабху не анализирует ничего, но Лила Шакти она все видит и все быстро организовывает. And Mahaprabhu jumped into the air and became unconscious. Она исполняет его желание. Когда Махапрабху подскочил высоко вверх и там же прямо потерял сознание. And he crashed through the line of devotees. И он рухнул прямо на землю, как разбивая цепление вот этих преданных. Hit the ground right at the feet of Pratapurudra Maharaj. И оказался на земле прямо у ног царя Пратапурудры. Pratapurudra Maharaj, he knelt down and very lovingly he picked up Mahaprabhu and began to wipe the dust from his body. И царь Пратапурудра тут же ринулся, опустился на колени перед читанием Махапрабху, положил его голову себе на колени, стал вытирать пыль с его лица своей одеждой. Mahaprabhu, you have to understand that the king, he said, if I cannot meet with Mahaprabhu, I will renounce my kingdom. I'll become a Kapalika yogi with one earring, just wandering the world in a state of complete depression. A complete vairagya, complete detachment, being disgusted with material existence, if I cannot meet with Mahaprabhu. Но прелюдия к этому событию, вы должны знать, что насколько царь трепетно относился к читанию Махапрабху, насколько он был предан ему, потому что он когда... Vishad is a state of disgust with the world. Он раньше все время выражал желание повстречаться, получить аудиенцию читания Махапрабху, но тот не давал аудиенцию из-за того, что он не хотел общаться с мирянином. И царь прямо сказал, да если у меня не будет возможности пообщаться с Махапрабху, я отрекусь от трона, я вообще уйду, отрекусь от всего, я стану Капалика-йогом. Капалика-йога — это такая секта, как йогов, которые испытывают полное отвращение к миру уже. Они настолько разочаровались, все присытились, все приелось им, они просто хотят отстраниться от всего этого. And now he was holding Mahaprabhu in his arms. Но вдруг в этот момент ему посчастливилось в своих руках держать читание Махапрабху. Mahaprabhu opened his lotus eyes. Махапрабху приоткрыл свои огромные глаза. And looked upon the face of Maharaj Pratapurudra. Взглянул в глаза Пратапурудры Махараджа. Then he jumped up. Alas, alas! I have looked in the face of a materialist absorbed in worldly activities and ran away. А потом как вскочил, закричал: какой кошмар! Я сейчас взглянул в лицо обывателю, погрязшему в материальной деятельности, и бросился бежать от царя в другую сторону. Pratapurudra Maharaj's heart was broken. О, Пратапурудра просто так расстроился, это просто сердце ему разбило. Sarvabhauma Bhattacharya consoled him. Sarvabhauma стал сразу утешать царя. He said, don't think that it was by chance that he collapsed at your feet. Он сказал, Ваше Высочество, но вы же не думаете, это же случайностью было, что он упал прямо у ваших ног тут. So he has only acted like this outwardly for the sake of giving teachings to the general people of the world that renounced persons should not try to rub soldiers and kiss up to powerful wealthy people. Он сказал, вы же поняли, что это все внешнее. Because they are beggars. Those who are detached from this world, they have the real treasure of Krishna Prem. And the wealthy materialists, they are completely destitute beggars. From the absolute point of view. Sarvabhauma Bhattacharya быстренько утешил царя, он сказал, это ж не случайно было, что он упал у ваших стоп, но внешне ему надо показывать истинное отношение отреченной святой личности по отношению к мирянам, что недостойно для возвышенной личности бегать как проститутки за богатыми всякими випами, состоятельными людьми, подлизываться к ним, что
эти богатые, внешне богатые люди и есть нищие попрошайки. Это им надо бегать следом за возвышенной святой личностью и молить о милости. But they have such an ego that they think I am the Lord of the world. Но у тех людей, которые как-то состоялись во внешней стороне мирской жизни, у них такое ложное эго, они думают, что они там правители всей вселенной. They cannot see that Yamaraj is running very quickly just to take everything away from them in the next moment. Глупости, не понимая, что все накопленное ими будет потеряно за один миг, что смерть бежит следом за ними, и в момент смерти тут придется оставить все, что у них есть. Because they are intoxicated by their wealth, education and aristocratic birth, therefore, hanta bish bakshna topya sadhu. For a renounced person to even see such a person, oh, it is worse than knowingly drinking poison. Поэтому, так как люди состоявшиеся, то есть в мире, то есть людей, у которых много финансов, какое-то очень хорошее образование, аристократическое сословие, часто они гордятся всем этим. И поэтому для отреченной духовной личности общаться с такими людьми очень опасно. Это хуже, чем пить яд. So, but because Mahaprabhu knew in his heart really he was a great devotee, so he gave him certain mercy, but in such a way that the general public would not perceive his behavior to be a transgression, and the general public would not be misled. Но так как царь был в особенной категории, был исключением из общих правил, он был действительно истинным преданным Господа. И преданным читанием Махапрабху пролил свою милость, но оформил это так, чтобы публика не растрактовала по-своему, чтобы люди не стали использовать это как предлог, что он саньяси, то есть монах, тесно общается с богачом каким-то. Ича джани лила шакти каре самадан. Махапрабху's лила шакти, knowing everything, reconciles all activities. Но поэтому снова подчеркнем, что Махапрабху ничего этого не анализирует, лила шакти всем заведует, то есть внешними и внутренними состояниями, и она все так организовывает. Though Mahaprabhu, by his consciousness, he's not there, present. Сам Махапрабху, он не там, не на Радхаятре, он в другом Where is мире. He? В своем сознании, где он находится? He is at Kurukshetra. Он на Курукшетре в этот момент. So now, after we, by, through the ears, we have the darshan of Mahaprabhu's lila in Puri. Now we go inside to the vision of his internal mood. А то есть сейчас в слушании мы побывали через вот уши, мы увидели вот эту лилу в Джаганатхапуре, а сейчас мы перенесемся на Курукшетру. Yesterday we described how the Yadu dynasty came from Dwarka, like the tide of Aishwarya, opulence, arriving in Kurukshetra, and from the other side, on their bullock carts, bringing milk products and tasty things for Sri Krishna, Nanda Maharaj and the residents of Braj have come. And they have arrived there. Вчера мы слышали об этом удивительном контрасте того, как все пребывали на Курукшетру, как с одной стороны прибыла вот эта волна Айшвари огромная, ядовы, то есть Кришна со всеми своими женами, детьми, внуками, армиями и другими членами семьи, а с другой стороны ехали в Раджаваси на своих буйволиных повозках со всей молочкой, которую они везли для Кришны с фермы, и вот как они все оказались на Курукшетре. Нанда Махарадж got down from the bullock cart and went through the crowd, and he picked up the fragrance of Sri Krishna from far away. Оставив всех на повозках, Нанда Махарадж сошел и пошел сквозь толпу искать Кришну, и он уловил вдруг аромат Кришны там. Finally, after so many years, I will see my son. Он так обрадовался, он так растрогался, он понял, что сейчас это наконец-то свершится. Вот после этих долгих лет сейчас я увижу своего сына. Sons. Сыновей. Sorry. And Krishna and Balaram are sitting as princes in a royal assembly. Но в это самое время Кришна и Баларам сидят как два принца там в царской ассамблее. But when Uddhava informed them, Nanda Maharaj is here, then they forgot themselves and they remembered again, oh, we are coward boys of Braja. Как только Uddhava уведомил их, что Нанда Махарадж прибыл, тут же они забыли об этом настоящем, этой настоящей своей жизни и перенесли свою прошлую жизнь. And it felt so alien and foreign to be there amongst all these
royal families. И вдруг они поняли, and насколько их нынешняя ситуация искусственна и поверхностна, как им там не нравится быть среди всех этих царских семей, что это все им чуждо. Krishna composed himself and adjourned the meeting. Но Кришна sent everyone away. Взял себя в руки и пересил эти эмоции и вежливо распрощался со всеми там дипломатами, со всеми царями, сказал: на сегодня мы завершаем эту встречу, продолжим завтра. And giving up all the persons who are not his immediate family. И отойдя от всех, кто не был ему кровными там близкими родственниками. Just with his immediate family, with Uddhav and Vasudev and others of the Yadu dynasty, he went to where Nanda Maharaj was. То есть отослал всех чужих только с приближенным кругом окружения, с Васудевом Махараджем, там с несколькими родственниками, с Удовой, он пошел искать Нанду Махараджа. Some rishis also went. Несколько мудрецов тоже двинулись вслед за Кришной. When Krishna in the distance saw Nanda Maharaj, both Krishna and Balaram gave Dandavat Pranam. Как только издалека Кришна Баларам увидели Нанду Махараджу, царя Нанду, они тут же стали кланяться ему прямо вот издалека. Again and again with tears in their eyes. Со слезами на глазах они снова и снова папе кланялись. So, in Vedic etiquette, that a junior person can give pranams. And a senior person can give embrace, not the other way. Есть иерархия отношений в ведической культуре, что младшие они приветствуют поклоном, старший может приветствовать объятиями, но никогда не наоборот. То есть со стороны младших никогда не должна быть проявлена инициатива пытаться обнять yeah, старшего. Junior person should not initiate embrace. Это неправильно, это не должно быть. So Krishna was giving pranam, and Nanda Maharaj, he wanted to relieve them of their repeated offerings of pranam by embracing them. But seeing his two sons, he was so struck with emotion, he became stunned, his arms were trembling and he could not move to lift them. Когда Нанда Махарадж увидел, что дети кланяются ему снова и снова, он хотел прервать эти поклоны, чтобы они не утруждались этими поклонами, и поскорее хотел подбежать к ним и обнять, чтобы они прекратили, но он был, испытывал такие сильнейшие эмоции, он не мог ничего, у него руки дрожали, он не мог даже дотянуться до них. And the rishis were watching. А мудрецы наблюдали за этой сценой. They could not believe their eyes. И вообще не понимали, что происходит. Because every day they're meditating. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I surrender myself to the all-pervading Supreme Lord Vasudev. Потому что эти же мудрецы ежедневно в своей медитации они предлагали поклоны верховной личности Господа Васудеву. But now they were seeing the Supreme Lord, all-pervading Vasudev, with tears in his eyes and falling at the feet again and again of the king of one dairy village. Но сейчас они не понимали, что вот это dairy farming community. Как так произошло, что объект их поклонения, это верховная истина, всемогущий Господь, сейчас как ребенок со слезами на глазах кланяется вот этому незначительному царю одной там молочной общины фермеров. Ваиш, как что происходит вообще? Nanda Maharaj could not move, but anyway, Krishna stood up and embraced his wife. Нанда Махарадж стоял неподвижно просто, и Кришна тогда уже не стал ждать, он просто сам бросился обнять папу. And there was a very heart-rending meeting. Встреча эта была неописуемо трогательной. So then, Vasudev led Nanda Maharaj to his camp. И Васудев тогда пригласил Нанду Махараджа пройти с ним в его шатер туда. As if he were, as if a demigod had come. Он приветствовал его с почтением, как самого достопочтенного гостя, как самого девату. Of course, Vasudev Maharaj himself is more exalted than any devata, but in the human-like pastimes, he received him very lovingly. Nanda Махарадж. Vasudev Maharaj also. That's why I said Vasudev Maharaj is more than any demigod, and he's treating Nanda Maharaj like as if he were a demigod. Он принял Нанду Махараджа как девату, но и сам Васудев Махарадж, конечно же, он превосходит любого девату, но в контексте этих Нарад лил Кришна, он царь Васудев. Oh, Narad was there, Vyasadev was there. Нарада оказался там, и Шрила Вьясадев тоже. And they followed behind. Тоже пошли вслед за группой. They're all amazed seeing this scene. И все с изумлением наблюдали за происходящим. So then, see, Krishna asked, "Where is my mother?" Затем Кришна спросила, где мама? So Nanda Maharaj told that she was sitting
in on a bullock cart with there's a tent like on the bullock cart, cloth around, and she was sitting with some of her sakis. Нанда Махарадж поведал, что мама сидит там на своей повозке вместе с близкими подругами там под шатром, как в палатке. So Nanda Maharaj said, "Oh, she is a chutka." И подсказал ему, вот там в той повозке пойди поговори с мамой, повидайся. So then Krishna and Balaram went there. Кришна и Баларам пошли к Яшоде. And they moved the cloth. И они зашли туда в шатер, в котором она сидела. Oh, mother, can I come inside? Мама, войти можно к тебе? And Krishna and Balaram came and they fell at the feet of Mother Yashoda. И тут же забрались туда внутрь и пали ниц перед мамой Яшодой. Mother Yashoda, Devaki came. Devaki тоже последовала прямо за Кришной Баларамой. And she saw that Mother Yashoda was like a creeper of flowers, which had become completely scorched and dry in the hot sun. Девочки, увидев вид мамы Яшоды, удивилась, потому что Яшода выглядела как прежде такая цветущая прекрасная лиана, которая просто высохла, потеряла всю свою красоту и свежесть. And distressed by seeing her condition, she wanted to do something to help her. И девочки действительно расстроилась, увидев, как истощена Яшода, как во что она превратилась, и она действительно как-то хотела ее искренне утешить. But Yashoda stood up. То Яшода привстала. And Krishna and Balaram were both on their knees. А Кришна и Баларам оба стояли перед ней на коленях. And she held both of them to her breast. И она тут же груди схватила их, to her breast. Обняла их головы и прижала к своей груди обоих. And just as a creeper which has become completely dry in the hot season, if the monsoon cloud will shower amrit and nectar, and it suddenly comes to life, so similarly. By the embracing Krishna and Balaram, she suddenly became fresh and young and beautiful and alive again. And then Devaki, she had nothing to do. Девочки не успела сопереживать там, пожалеть Яшоду, потому что как только Яшода прижала к себе своих детей, тут же как произошло чудо, вот подобно тому, как если нектар дождя прольется на засохшую лиану, и она начинает возрождаться прямо на глазах. Вот Яшода произошла такая трансформация, она на глазах превратилась в прежнюю красавицу Яшоду. И Девоки уже стояла с открытым ртом, не знала, что там сказать ей. Мати Яшода, she was weeping loudly. And she was bathing Krishna and Balaram in her tears. Мама Яшода так была рада увидеть своих детей, она просто рыдала громко в голос и слезами заливала Кришну и Баларама. Milk flowing from her breast due to the vatsalya rasa, parental affection. Через избытка родительской любви там молоко лилось у нее из груди. And Krishna and Balaram were crying, "Oh, Maya, Maya!" А в ответ Кришна и Баларам звали, "Мама, мама!" Devaki was nearby. Devaki стояла прямо рядом, присутствовала при этом. And seeing how many, like a river of tears coming from Mother Yashoda, she thought, how can so much water come from this small lady? Она просто в этот раз она стояла, думала, когда она видела эти потоки, непрерывные потоки слез, она думала, сколько воды в этом маленьком теле кроется, откуда вот столько слез у нее? And she saw that Krishna and Balaram were calling her mother. И тут ей пришлось стать свидетельницей того, как Кришна и Баларам называли Яшоду мамой. But Devaki has ego. I am his mother. Но это ее как-то покоробило сердце, потому что он как это я мама. So it was very difficult for her to see this. То есть ей трудно было переварить все вот это, быть свидетельницей того, что происходило в этой встрече. She could realize that her parental love for Krishna was like a firefly, and Mother Yashoda's love was like the blazing sun. Когда она увидела no comparison at all. Любовь между Кришной и его мамой Яшодой, она поняла, что вся даже ее любовь к Кришне это ничто, это как светлячок на фоне сияющего солнца. То есть любви Яшоды, как она почувствовала себя как-то никчемно. So she felt so conflicted. И, конечно же, внутренний конфликт начался у нее. So she tried to say some sweet words to glorify Mother Yashoda. Ей хотелось быть вежливой, сказать что-то там приятное маме Яшоде, как бы прославить ее. Oh, you are so generous. You are such a sadhu. И она стала говорить: "О, ты такая великодушная, Яшода, ты как садху, ты святая." Because a sadhu never sees a difference between who belongs to others and who belongs to himself, his own family or his own group.
his own society or someone else, sadhu never sees difference. И что, да ты великая личность, ты реально садху, святая, потому что святой не делит никого на своих, чужих, там не делает различий. From the worldly perspective. Ну, с мирского ракурса, что святая личность говорит, это мои, там родственники, это чужие, всех любит. So these two boys, from when they were born, even though from the beginning of their life, they never knew their real mother and father, but they accepted you as their mother, and you protected them just like the eyelids protect the eye, naturally. И как будто бы прославляя Ешоду, она сказала, вот с раннего, с младенчества эти мальчики, ну, Кришна не ведал своих настоящих маму и папу, то есть Абаларам не ведал своего истинного папу, они не знали, и ты просто как мать их приняла и окружила заботой, любовью, как века, которая защищает глаз, глазное яблоко от всякой пыли там. So in this way, Devaki was asserting, just remember, he's my son. And you took care, you were very generous and kind, and that's wonderful. But he's my son. Вот этими псевдокомплиментами она пыталась поставить Ешоду на место, то есть границы расчертить. Ты, ладно, там, это мой сын все-таки, поэтому не надо так любвеобильно к нему относиться и думать, что это твой сын. How did these words affect Mother Yashoda? Как эти слова, какое влияние эти слова оказали на маму Ешоду? Nothing. She didn't even hear them. Она вообще не услышала. Her moment of brain, her love for Krishna Balaram was so dense that the words could not even enter into her consciousness. То есть даже не то, что так как она как-то и была, все равно она даже их не услышала, потому что она настолько была поглощена вот этой своим состоянием встречи с Кришной, что ей. So Devaki's words, they were like Aranya Rodana, that means crying in the forest, no one will hear you. И поэтому это как плач в пустыне был Деваки, за что ее вопли никто не услышал. So Rohini is saying that that it would be inappropriate for Devaki to try to say something more, she made an excuse and said, oh, come and meet with Draupadi. And in this way Rohini, wanting the, because she feels very close to Mother Yashoda. She was there in Braj. She wanted Yashoda and Krishna and Balaram to be together and not be disturbed by any dwarka mood. So she said to Devaki, oh, come and meet with Draupadi. А Рахини была там, так как Рахини провела столько лет, там 10 лет во Врадже, была лучшей подругой Ешоды, она видела, что складывается уже неловкая ситуация, и решила поскорее туда утащить Деваки. Отговоркой так дипломатично, говорит, о, давай пойдем поговорим с Драупади, вон она ждет тебя. И не только она хотела забрать оттуда Деваки, она хотела предоставить маме Ешоде возможность приватного общения с ее детьми после долгой разлуки. So in this day, in this way, the day was going on. Так проходил день вот в таких встречах. All the residents of Vrindavan, they met with Krishna's family of Dwarka, the Yadu dynasty. То есть один за одним потихоньку все жители Вриндавана имели возможность встретиться с Кришной и всеми его родственниками. And the residents of Hastinapur, Draupadi. И все там встречались с Драупади, с тетей Кунти, знакомились. A great meeting of the different branches of the relatives. Так как они все были веточками одной династии, Яду, Яду династии. Семейная встреча произошла между этими, ну, одна родословная, разные ветви. Вот сейчас они познакомились. Because Nanda Maharaj is also in the Yadu dynasty. He is the grandson of Devamita. Так как Нанда Махарадж был внуком, ну. Yeah, great. He's the grandson of Devamidhi. Поэтому они кузены, то есть они все одной родословной. So Krishna met with all the Brajbasis. Кришна повстречался со всеми Враджабасис. Who had come there? What to speak of the Gopis and Gopis who had come? Krishna personally went to meet each one of the bulls that were pulling the carts. Не только с пастухами, пастушками, он пошел пообщаться со всеми быками, которые тащили повозки. Krishna came approaching one bullock cart and looked at the bull. Кришна подошел к одной повозке и посмотрел на быка. And he recognized him. И узнал его. Oh,
I remember you. When I left Vrindavan, you had just been born, you were a little calf. Он говорит, так. And now you became so big and strong. Кришна заулыбался, заговорил с быком. Говорит, как ты вырос, я тебя помню. Ты был совсем крошечным теленком, когда я уехал из Вриндавана. Сейчас ты такой Krishna went могучий, to each one of the bulls and was talking to them and embracing them and weeping. То есть пошел поговорить со всеми быками, обнял каждого, порыдал там. So in this way, the day was таким going сладким on. Образом проходил этот день. But Braja Gopis have come so far. Но юные пастушки Браджа Гопи, они такой далекий путь, долгий their, путь проделали. Their relationship with Krishna, all right, the residents of Vrindavan, their relationship with Krishna is secret from the world. But the Gopis' relationship with Krishna is even secret from the other residents of Vrindavan. Но у них сложная ситуация, то есть Браджабаси сейчас общаются с Кришной открыто, хотя они скрывают это от демонов, то есть их любовь с Кришной это секрет от мира. А любовь к Гопи Кришне и его любовь к ним это вообще секрет от самой общины пастушеской, поэтому тут у них тяжелая ситуация возникла. So, Radhika and the Gopis, they thought, we have come so far and we are so close, but we have no chance to. И Гопи уже такую досаду чувствовали. Радика с подругами переговаривалась, говорит, боже, мы такой долгий путь проделали, чтобы его увидеть, а у нас сейчас даже нет этой возможности. Now, Uddhav. Vrishninam pravaro mantri krishna shadaita sakha. No, Uddhava. Sisyobhyasmite sakshad Uddhavo buddhisattama. His buddhisattama, Uddhava is very intelligent. Очень разумный, buddhisattama. And very confidential friend of Krishna. Очень доверенное лицо в жизни Кришны. So he had made a special arrangement. Он уже все продумал заранее. See, Krishna had a palatial tent for his bathing and dressing. У него был его царский шатер, и там отдельный был шатер для его гардеробная, там ванная, так, комната и так and далее. Behind that there was another big tent, and Uddhav had kept all the Braj Gopis and told them to wait there. И по секретным коридорам, там другой был тент. No, I'm not saying anything more than you. Okay, what a secret garden. Of course, how he got them on that tent. Also in secret, to play on. И то есть и Удава поместил Гопи в один большой шатер, который расположен был рядом за вот этим шатром, где была гардеробная Кришны. And from the back of Sri Krishna's bathing and dressing tent, there was a corridor leading to that tent where all gopis were waiting. И от той палатки шатра, где была гардеробная Кришны, была приделан такой секретный туннель, тоже секретный коридор палаточный, который как раз вел в тот шатер, где Удава спрятал всех гопи. So Radhika and her sakis and other gopis were all sitting there waiting the whole day. И целый день напролет гопи сидели там в ожидании возможности увидеть Кришну. But that day was not like a day, it was like millions of years. Но этот день им казался не днем, а просто как миллион лет. Юга итам нимишина чакшуша правришаитам саньяитам джагатсарвам говинда вираитам. О, Говинда! In separation from you, one moment seems like thousands of years. О, Говинда, в разлуке с тобой каждое мгновение кажется вечностью. Tears are streaming from my eyes like torrents of rain. Слезы непрерывно льются из моих глаз, как потоки дождя. The whole world seems completely empty, void, and vacant in your absence. И без тебя мир кажется абсолютно пустым. So in this stage of intense separation, Braj Gopis were sitting. И вот так проводили свое время, свой день в этом чувстве безумной разлуки, такое в состоянии отчаяния. Целый день провели гопи. They were wearing old, torn and worn cloth. На них была вся их старая, прежняя, порванная, уже изношенная одежда. Because when Krishna's chariot left Vrindavan. Что произошло, когда колесница Кришны покидала Вриндаван? They stood on the side of the road. Они стояли на обочинах дороги тогда. And they watched the chariot leave. И смотрели, как умчалась, как вдали эта колесница. On the horizon. Наблюдали за ней, пока она удалялась, стала уже крошечной.
конечной точкой на горизонте. And the dust raised from the wheels of the chariots went into the air and then fell down and stuck to their bodies and their clothing, which was wet from their tears. Вот эти клубы пыли, которые вздымались над дорогой, там за колесницей, она постепенно, вот эта пыль стала оседать на их волосы, на их одежду. So that dust was the last touch of their connection with Krishna. They never wanted to give it up. И после этого они не хотели вообще ни мыться, ни переодеваться, потому что это была последняя какая-то связь с Кришной. Вот эта пыль, это все, что у них осталось. They had become very lean and thin. Они стали очень, они похудели за эти годы очень сильно. And their hair was disheveled and falling over their faces. Они не ухаживали за собой, там не, уже не расчесывали, не укладывали волосы, волосы были спутанными. So they appeared to be a very pitiful sight. То есть очень как-то жалко они выглядели, действительно, на них было трудно смотреть в их состояние. So when the day was over, see, Krishna excused himself from all of his relatives. Ближе к вечеру Кришне удалось наконец-то там извиниться перед всеми родственниками и откланяться уже. Now I'll retire for the evening. Он сказал, пора все-таки мне, такой интенсивный день, и пора мне лечь спать. And take bath. Я хочу принять омовение. So Krishna went into his bathing and dressing room. И распрощавшись со всеми, Кришна удалился в свои апартаменты, сказал всем доброй ночи, доброй ночи. And then when he went in there, Uddhav, let's go. Как только зашел в гардеробную, Удава, веди меня скорее. So then Uddhav led him. Удава повел его. And as he was going through the corridor to the tent where the gopis were waiting. И когда они шли по коридору туда, который вел к шатру, в котором были гопи. He was trembling. Each step was taking him closer. Just now he'll see Radhika. Кришна уже стал дрожать, он начал спотыкаться, он уже еле двигал ногами, потому что он сердце билось, он понимал, сейчас я увижу Радику. How will she be? И он думал, как она выглядит. He remembers her incomparable beauty of Vrindavan. Tadit suvarna champaka pradipta gaura vigrahe mukha prabhaparasta koti sharadendu mandale vichitra chitra sanchara chakora savalochane hara kalishya siyama kripaka kaksha bhajana. So when Uddhava, он вспоминал ее прежнюю красоту. He moved the cloth at the entrance to the tent. И когда Удава отодвинул занавес, который вел вход в шатер. Krishna, his legs were trembling, so he was leaning on the shoulder of Uddhava. Ноги Кришны, колени дрожали, он облокотился локтем на плечо Удхавы. And when he looked inside. И когда он заглянул внутрь. And Krishna saw the pitiful state of Radhika. И он увидел вот нынешнее состояние Радики, ее нынешний вид. And the pitiful state of all her sakis and other gopis. То есть плачевное положение гопи он увидел всех. Krishna was stunned. Он замер на месте вообще. He forgot who am I, where am I, what am I doing here? Он же вообще не понимал, кто он, где он, что он там делает. And he fainted in the arms of Uddhava. Он просто рухнул в обморок, и Удава успел подхватить его. After some time, Uddhav lifted him and revived him. Удава стал приводить Кришну в чувство. And brought Krishna inside. И завел его внутрь шатра. Then, all gopis were sitting with their heads down like this. Thousands of eyes of Braj gopis looked up. До этого гопи сидели очень понуро, просто потупив взор, опустив его на землю, там лица были прикрыты волосами, и тут одновременно все эти тысячи глаз посмотрели на Кришну. And the two eyes of Sri Krishna fell in the two eyes, reflected in the eyes of Radhika, and vice versa. То есть взор Кришны встретился наконец-то со взором Радики, то есть их глаза отразились друг в друге. And when Radhika saw Krishna, for the first time after long separation, she lost external consciousness. Радика, увидев Кришну после такой долгой разлуки, она просто мимолетно взглянула на него и тут же ушла во внутреннее состояние. All Braj gopis embraced Krishna in their heart. Before he could come close to them, they already rushed forward and embraced him in their hearts. То есть гопи, они как только увидели Кришну, они не дожидались, пока он подойдет к ним, просто они в сердце тут же
обняли его. So Shukadeva Goswami Pad described this moment. Shukadeva Goswami описывает вот это мгновение. Gopyascha Krishnam upalabhya chirada bishtam yat prakshane drishu pakshmakritam shapanti drigbiri dikritam elam parirabhya saravas tad bhavam apu apinityu jam durapam. Gopyascha Krishnam upalabhya. The gopis, they upalabdha, they attained their Krishna who was so abhishta, so much desired. It was their cherished desire to attain him, and now they attained him. Наконец-то гопи обрели своего желанного Кришну. В течение долгого времени они ждали этой возможности, наконец-то свершилось. То есть в течение долгого времени они мечтали о встрече с ним. Yet prakshane drishishu pakshmakritam shapanti. There are no words to describe their eagerness to see him. Невозможно описать словами их желание, их рвение повидаться с ним. So Shukadev Goswami gives an example a fortiori, which means kim uta. И тогда Шукадева Госвами принимает литературный прием кимута, такого контрастного сравнения, что если это так, то что уже говорить о чем-то более интенсивном. Кимута, что... In other words, when Krishna was in Vrindavan, когда Кришна жил во Вриндаване, gopis have sung, Atiti Yad Bhavan Anikanan. Oh Krishna, during the day, when you go to the forest, then one moment seems like thousands of years. Даже когда Кришна жил во Вриндаване, гопи делились с ним своими чувствами. Они говорят, Кришна, когда ты уходишь днем в лес пасти коров, каждое мгновение длится как тысячи лет для нас. And in the evening, when you return to the village, и вечером, когда ты наконец-то возвращаешься обратно в деревню, we are so eager to see your face. Нам так не терпится увидеть твое лицо. But your hair, which was tied in a bun, has come open, and your hair has fallen. Your curling locks have fallen over your face. Но твои волосы, которые до этого были собраны в пучок, на макушке, они уже начинают распускаться и не спадать на твое лицо, скрывая твое лицо от нашего взора. So we try to look at your face. Мы пытаемся увидеть твое лицо, but it's covered. Но оно скрыто. So then you tuck it in your turban. Тут ты начинаешь там вправлять волосы, локоны под тюрбан. And then we can finally see the beautiful lotus of your face with it. Emanating nectar of sweetness. И наконец-то мы можем любоваться твоим прекрасным лицом. But then what happens? The eyelids blink. Но вдруг наши глаза начинают мигать, веки закрываются. Everything goes black. И только темнота. So you know what blinking is like? Знаете, it's so quick, we don't even notice actually. Мы моргаем настолько быстро, что мы даже осознанно не отслеживаем. But for the Braja Gopis, the blinking of the eye becomes intolerable. Where did Krishna go? Для Braja Gopi даже вот эта наносекунда, которая занимает то, чтобы веки опустились и открылись снова, это для них настолько болезненно, им кажется, что все, они потеряли видение Кришны. Now village girls are very respectful to all different types of devotees, and they worship different devotees to fulfill their different desires. И деревенские девушки с величайшим почтением относятся ко всем там девотам, всегда молятся им, чтобы там исполнить какие-то свои желания, всегда проводят им пуджу. But when Braj Gopi's eyes just blink, they become so frustrated that they cannot see Sri Krishna at that moment. Then they criticize even the grandfather of all the devotees, Lord Brahma. Jadu Dikshatam Pakshbakrit. Oh, Brahma, he's jad, he's completely foolish and stupid. No. For creating gopis with eyes, why didn't he make us fish with no eyelids? No, gopi. And we can see Krishna continuously.
когда они начинают моргать непроизвольно и из-за этого не видеть лицо Кришны, настолько их раздражает, они начинают поносить, там, проклинать самого Творца, Господа Брахму за его глупость, что же он, зачем он нам соорудил вот такую конструкцию глаз сделал, лучше бы дал нам глаза, как у рыб, чтобы мы могли, не моргая, смотреть на Кришну постоянно. So Shukadev Goswami Pad said, if Braj Gopis could not in Vrindavan tolerate even the momentary blinking of their eyes in separation from Krishna, then kim uta? How can we speak? How can we express how much more eager they are to see with Krishna after he's left Vrindavan and been gone away for so many years? То есть вот интенсивность их желания увидеть Кришну сейчас вот на Курукшетре неописуемая. Шукадева Госвами и приводит это сравнение. Говорит, если им было невыносимо вот эта секунда, когда они не видели Кришну из-за того, что веки закрывали им взор, то что можно сказать по поводу их состояния, нынешнего состояния, когда прошли годы в разлуке с Кришной, они его не видели. So there are no words to express the intensity of their eagerness in that moment. То есть интенсивность их желания увидеть его в эту секунду просто невозможно описать никакими словами. The sight of Sri Krishna had such a intense effect on them due to their prema that drigbiridikritamalam parirabdhyasavas, that they took the form of Krishna through their eyes into their hearts, and it was as if they were already tightly embracing him. И вот этот, когда Кришна появился, это оказало такое сильное влияние на них, что они просто глазами схватили его, обхватили и вобрали в себя внутрь сердца, и там в сердце они его обнимали. They have a love called pranaya. У них есть любовь, которая называется праная. In pranaya, there's such a confidence, such intimacy. That loving beloved feel, oh, my body and your body are one, my senses and your senses are one, my prana and your prana is one, my atma and your atma is one. В состоянии пранаи возлюбленная ощущает полное единство, такое полное доверие, полное единство плоти, сердцем, помыслов, эмоций, всего. So when Braj Gopis in their hearts experienced embracing Krishna, all their hair stood on end, they had so many sattvic bhavs, and they experienced such a oneness. Api nitya yujam durapam. Such oneness cannot be experienced even by yogis in nirvikalpa samadhi, who are absorbed in Brahman. И гопи были в таком восторге от этого вот внутреннего объятия Кришны, что волосы у них стали дыбом, и вот в этот момент они испытали такое глубокое чувство, абсолютное чувство единства с Кришной, что это чувство единства недоступно никаким йогам в медитации. So Shukadev Goswami has expressed, даже в глубочайшем самадхи. Shukadev Goswami has expressed it in that way to hide his real feelings. Шукадева Госвами выразил это все таким образом, чтобы скрыть свои чувства. Nitya yujja actually does not mean yogis who are continuously engaged in samadhi. Nitya yujja не означает, что йоги погружены в непрерывное самадхи. Nitya means daily. Yujja meeting. Nitya это ежедневная, yujja встреча. The gopis experience such a oneness in embracing Sri Krishna in their hearts that it is durapam, impossible to attain even for Rukmini and Satyabhama and all of those opulent queens of Dwarka who daily meet with Krishna. Because he's a Radhapaksha, he's on the side of Gopis and Radhika. Нитя Юджам, что вот эти даже царицы, ни одна из цариц, у которых ежедневно есть возможность тесного общения с Кришной, никогда не испытывали такого состояния единства с Кришной, как сейчас в это мгновение испытали Брадже Гопи, обнимая его в своем сердце. Sri Krishna was in awe of their absorption. Сам Кришна был в восхищении от той погруженности, в которую сейчас испытывали Гопи, от их авеша. And he approached. Он приблизился к ним. Touching Radhika. Он потянулся к Радхике, чтобы коснуться ее. He began to speak. И заговорил с ней.
By the touch of Krishna, Radhika opened her lotus eyes. Почувствовав прикосновение Кришны, Радика тут же открыла свои лотосные глаза. All gopis opened their eyes. Все гопи открыли глаза. And though they were seeing Krishna, they were overwhelmed with the pain of the anxiety of their previous separation, remembering their previous separation before meeting with him. Though they were meeting with him, they still felt that anxiety. Но все испытывали достаточно сложное эмоциональное состояние из-за того, что несмотря на то, что величайшую радость того, что их желание исполнилось, они наконец-то видят Кришну, и он перед ними. Все же вся эта горечь, накопившаяся из-за боли разлуки из этих многих лет, не давала им расслабиться, испытать безмятежность и радость. Все это еще мучило их, это чувство. So, seeing their distress, Sri Krishna wanted to mitigate it by his sweet smile. So he smiled very sweetly. Видел, что им тяжело сейчас очень, и чтобы как-то разрядить атмосферу, он решил улыбнуться просто, чтобы смягчить их, чтобы их отпустила вот эта тяжесть. And he said, Api smaratana sakya swanamata chikirshaya gatam sthirayitam chatru paksha chapana chetasa. Do you remember me? Krishna сказал, вы меня помните? Api smaratana sakya. Oh, Saki, do you remember me? Saki, вы помните меня? Radhika looked at Krishna. Radhika взглянула на Кришну. No. Нет. Не припоминаю. She did not speak, only eyes are speaking. Взглядом она сказала, нет. This is netrakatha. Netrakatha. We are not like you. Мы же не такие, как ты. Our hearts shattered into a thousand pieces, rolling on the bed at night, unable to sleep day after day. Что мы тебя будем помнить? Думаешь, мы такие, как ты, с разбитым сердцем, там, что нас мучает бессонница, мы забыть тебя никак не можем, там, и заснуть? We have been quite content in Braj. Нет, у нас все в жизни в порядке, все даже довольно замечательно. Only by your eyes. Все это глазами Радика выразила только. Krishna said. Krishna сказал. Swanam arta chikirshaya. I stayed away for a long time because I had to act for the welfare of the yadus. Кришна сказал, я нарочно держался поодаль от вас в течение долгого времени, потому что мне надо было это сделать ради ядов династии. And until the Shatru, the enemies of the Yadu dynasty who want to attack them, so many kings like Jarasandha, Kalayavan and others, until they are destroyed, then I could not return. Я решил не приближаться к вам и не возвращаться во Врач до тех пор, пока я не справился со всеми врагами династии Яду. Sri Krishna said, Apyavadhayata Asman Svid Akritagya Vishankaya. It seems that you are considering me to be responsible. Мне кажется, что вы, for my absence. Что вы считаете, что ну, я виноват, что я ответственен за то, что я не приезжал к вам. So you are indignant towards me. То есть я вижу, я подозреваю, что вы обижены на меня. Akritagya Vishankaya, you suspect that I am ungrateful to you. Мне кажется, что вы считаете меня неблагодарным. But actually, I have stayed away for you. Но я это делал, на самом деле я не приближался к вам ради вас самих. Gopis, Krishna is saying that the gopis think that I am ungrateful because I have left them and I have married so many queens, so many princesses. То есть Кришна пытается как-то оправдаться перед гопи. Он говорит, вы думаете, я неблагодарный, что вы вините меня за то, что я так долго отсутствовал, за то, что за это время я женился на стольких принцессах. Рукмини, Сатьябама, Нагнаджити, Митровинда, Лакшмана, Джамбавати. 16,108. 16,108 жен целых. After gopi said,
given their whole lives just to please me. I just left them and married so many others. То есть Кришна понимает, как со стороны это выглядит не очень красиво, что гопи оставили все ради него, пожертвовали своим будущим, а любят его бесконечно. But а он кинул их и тут пошел там переженился. Krishna is implying, I did this all for you. Но Кришна начинает так выкручиваться, он говорит, но я же ради вас это все сделал. How is it possible? А как это вообще суражно? After Krishna killed Kamsa Maharaj, then the Kamsa Maharaj's father-in-law Jarasandha wanted to kill Krishna and destroy the Yadu dynasty. Но что на самом деле произошло в этой ситуации? После того, как Кришна убил Камсу, его свекор, нет, тесть. Его тесть Джарасандар решил отомстить Кришне за смерть своего зятя. And all the allies of Jarasandha also. Он собрал огромные армии. Take revenge. Вступил в альянс там с разными царями, у него было много союзников, все они решили отомстить. And they all had so many armies. И то есть и у каждого союзника были свои огромные армии. So Krishna in his narrowed humor, like pastimes, то есть, he thought, how can I fight against all these armies? То есть в своих нарывах лилах Кришна рассуждал, как бы принц поступил, он думал, как мне справиться, мне не под силу сражаться со всеми этими армиями. I have to raise a huge army to fight their armies. Он понимал, что мне тоже нужны тогда союзники с армиями, чтобы мы могли противостоять им. So in those days, alliances between various kings was done through marriage. Ну, а в прошлом, ну и всегда альянсы создаются посредством женитьбы там. Что царь выдает там свою дочь за какого-то принца или так далее, так. So if Krishna will marry so many princesses, now the Yadu dynasty will be allied with all those kingdoms, and then all of those armies together with his army can fight against all the other armies of the enemies and defeat them, and then when they're all defeated, I can go back to Vrindavan. И Кришна видел выгоду, вот преимущество в том, что чем больше у него будет жен принцесс, тем больше будет армии союзников, то есть их отцов, там братьев, что тогда добавятся все эти армии к Ядовам, они смогут быстро расправиться с Джарасандаром, Калаяваном там, и другими. И он думал, выход из ситуации, таким образом я поскорее вернусь снова во Вриндаван. So, see, Krishna said that... О, Радика. И оправдываясь перед гопи, сейчас Кришна сказал. Брадж are my prana. Радика, ты же знаешь, что жители Браджа это моя прана. And the gopis of Vrindavan, you are my jivan, my life. А вы гопи, вы моя жизнь, jivan. And you, Радика. А ты, you are my jivan air jivan. You are the jivan of my jivan, the life of my life. А ты в особенности, Радика, ты жизнь моей жизни вообще. How I have remained alive. Подумай, как я выживал все эти годы. It's a great mystery. Это вообще мне самому непонятно, как я все это пережил без тебя. But how you have stayed alive. Но как ты выжила все это? I was very concerned about you. Я даже не знал, как тяжело тебе придется. Because when there is a pure love. Потому что я переживал. Then the lover and beloved, they only live for each other, not for themselves. Я очень за тебя переживал, потому что я знаю, когда есть настоящая любовь, возлюбленные живут исключительно ради друг друга, а не ради себя. So if they are separated, they can die. И когда возникает разлука, один из них с легкостью может умереть. But if they stay alive, it's only because they're thinking, I must stay alive. Because if I will pass away, then my beloved will feel sadness. Поживать они будут только ради объекта любви. Если они верят, что есть еще надежда снова встретиться, они будут через невозможное проходить ради того, чтобы выжить, чтобы объект любви не расстроился, позже узнав, что он потерял своего возлюбленного. Но гарантированно, если один из них умрет, то второй, узнав о смерти, тут же умрет тоже. This is the nature of real love. Потому что это сила вот этой настоящей любви. So Krishna said, Rakite tomar jivan, sehi ami narayan, nara shakti ashini ti. Bye.
When Krishna was a boy in Vrindavan, когда Кришна был еще маленьким, жил во Вриндаване, he used to see that his father Nanda Maharaj would do puja and worship Lord Narayan. Он видел, как его папа Нанда царь Нанда каждый день проводит пуджу, поклоняется Господу Нараяне. Krishna himself was too busy playing and doing so many other things. В детстве Кришне было не до поклонения Богу и пуджи, он был занят играми. Своей беготнёй повсюду. But how your parents behave when you are very young? You see, as you get older, you end up being just like them. Но все знают, что мировоззрение детей формируется в детстве. Они видят, как родители поступают, и позже это навсегда с ними остается, и позже они начинают все равно действовать в соответствии с тем, как вели себя родители. So when Krishna became older, когда Кришна повзрослел, then that samskara was there. Эта самскара с детства уже присутствовала в нем. Krishna said, I was very worried, I thought you will not be able to stay alive. И Кришна делился с Радиком, сказал, я так переживал, что ты выживешь. Rakite tomara jivan sevi ame Narayan. In order to keep you alive, every day I was doing puja of Lord Narayan. И ради того, чтобы сохранить тебя в живых, ежедневно я стал поклоняться Господу Нараяне. This is complete Naravat Lila, вот human like this. Насколько это человекоподобная лила, Нарават. Can Krishna, who is speaking this, think that he is Bhagavan? Сам Кришна, вы думаете, который сейчас говорит с Радхой, верит в том, что он и есть сам Верховный Господь? Oh, my secret girlfriend, my sweetheart from my childhood, she may die without me. Oh God, please help me. То есть нет, он... Om Naro, Namo, Narayanaya. And he's worshipping Lord Narayan and praying very fervently to him. Он молится Господу please за keep her alive. Благополучие своей тайной возлюбленной, в которой он с детства был влюблен, и отношения, которые он хранил всегда в тайне от всех, вот сейчас он вымаливает у Господа сохранить ее жизнь. Krishna was very surprised. Кришна был очень удивлен. He had darshan of Lord Narayan. И потому что он увидел самого Господа Нараяна. Lord Narayan said, I am pleased with your worship. Господь Нараяна сказал, я доволен твоим поклонением. Нараяне тоже приходится подыгрывать Кришне. I saw, I am blessing with you. I am blessing you. Я доволен твоей пуджей, даю тебе благословение. Tara Shakti, Ashi, Niti, Niti. Krishna said to Radharani, Krishna, I got a blessing from Lord Narayan. Ты знаешь, что меня Нараяна благословил? That by his mercy, invisibly to others, Toma Sani Kvida Gauri Niti Jai Jarupuri, that I appear in Vrindavan every night and I meet with you and play beautiful pastimes and then at the end of the night, by the mercy of Lord Narayan, I again return to Dwarka. Ты знаешь, что Нараяна явил себя мне и благословил меня, чтобы невидимо для глаз других я мог перемещаться к тебе каждый день. Мы с тобой могли встречаться, и после я опять невидимо для всех возвращаюсь в Двараку. Татуми манамура спорти, but alas, you think that this is just a sporty, that you're having a vision. That it's your mind, that it's not really me. But really, I come and I meet with you every night. By the mercy of Lord Narayan. И все эти годы, каждый вечер я по милости Господа Нараяне приходил к тебе. Мы были вместе, но каждый раз ты считала это все фигментом своего воображения, выдумкой. Ты не верила в то, что это действительно я к тебе прихожу. What is Radharani to make of this? А что Радике думать по поводу всего этого? How can she know? Is this just a spurti or is it really Krishna? Как проверить, это спорти или это Кришна? And is he just saying this? Yeah? Because he's not going to return. И как ему сейчас поверить, что... I come to see you every night. К чему он это клонит? То есть он сейчас... No need to return. То есть я ради, конечно, все равно к тебе каждый вечер прихожу. То есть зачем мне сейчас возвращаться? Мы все равно с тобой встречаемся. Is this his cheating? Она думает, что опять какая-то его очередная эта выходка. She did not know what to make of his words. Она не знала даже, доверять ему, верить ему сейчас, или что думать вообще. See, Krishna said, I have. Now I am only visible to you at night. But when I have just got rid of the last two or four more demonic kings, then I'll come and I'll be visible to everyone. Кришна, но Кришна продолжал, он сказал, на данный момент, возможно, только мне с тобой видеться каждую ночь, но как только я расправлюсь с остальными несколькими злодеями, этими царями,
своими врагами, то тогда я буду видим вам всем во Врадже постоянно. But то есть я вернусь к вам. But for now, I have to reside in a distant place. Но на данный момент обстоятельства обязывают меня продолжать жить вдали от вас. This is nothing but my durdaiva, my misfortune. И поверьте мне, это моя великая неудача в том, что вот так обстоятельства складываются, я не могу быть с вами. So Krishna said, Nunam Bhutani Bhagavan Yunakti Vyunakti Cha. It is only Bhagavan who unites and separates all living entities. И Кришна сказал, по воле Бхага, ты лишь Бхагаван решает, I am helpless. Когда у живых существ есть возможность быть вместе, а когда он их разлучает, он их знакомит, затем он их разлучает, я тут ни при чем. It is exactly like this. Vayo yata gananikam trinam tulam rajamsi cha samyojakship te bhuyastatha bhutani bhutakrit. Just as when the wind blows, it brings together clouds in the sky. Кришна сказал, когда ветер сгоняет вместе тучи на небесах. Or the wind blows and brings together blades of grass. Или ветер может соединить там стебельки травы своим дуновением, подогнать их друг к другу. And the wisps of cotton. Или там всякие там ниточки. And dust. Волокна, хлопка, пыль. And all these things blowing in the wind come together and make a little pile. То есть ветер их подгоняет друг к другу, вместе они в кучку собираются, там немножко пыли, немножко хлопка. And then the wind blows again and they're all separated in their different directions. Какая-то солома, и все они вместе какое-то время, а потом ветер подул в другую сторону и раздул их, и они все полетели в свои разные стороны. So, fate is like this. Таково провидение. We are all helpless. Все мы беспомощны перед волей судьбы. You can consider it. И задумайтесь об этом. In your life. You were born somewhere. It was not of your choice. Даже в своей жизни. Рассмотрите собственную жизнь. You were just like a piece of dust, the wind blew, and now you are here. Вы не решали, где родиться. Вы родились в каком-то определенном месте. Потом жизненные события, вот опять этот ветер там перемен перенес сюда. Сейчас вы тут находитесь. After some time you grow up and you meet someone and have a loving relationship with them. You came together somehow, by chance. То есть когда вот первая любовь или там отношения появляются, вы ж как-то вот они нашлись сами по себе. And then the wind blows and then you are separated and go in your own directions again, never to be seen again. И вроде может быть такая первая пылкая любовь, такие сильные чувства, любовь навеки, а потом опять ветер судьбы подул, и вас разнесло в разные стороны, и может вы никогда уже не увидитесь в этой жизни. We are all helpless in the hands of fate. То есть мы беспомощны, мы как игрушки в руках провидения. So Krishna said that I cannot be with you. This is only my misfortune. И Кришна сказал, факт того, что я сейчас не могу быть с вами, все эти годы провел вдали от вас, это все моя великая неудача. Just like all the devotees from around the world, we would all be together in Брадж-мандал Паракрама. Как при обычных обстоятельствах, все мы, все наша интернациональная санга, мы бы собрались вместе на кардику в Святой Даме Вриндаваны, там были бы. Then the wind blew and there was a lockdown. Вдруг подул ветер какого-то провидения чего-то и lockdown. So many devotees and very sweet loving relationships for many years, then all are separated and cannot see each other. И вот эта вайшнавская семья, которая уже сложились такие тесные отношения за долгие годы, вдруг всех раскидало в какие-то разные стороны и долгое время нет возможности встречи. What power do we have? То есть over destiny. Где какая есть ли у нас какая-то сила противостоять вот этому решению судьбы? So see, Krishna said, don't think that I am ungrateful. И Кришна говорит, не вините меня в неблагодарности. I had to take care of some duties. У меня действительно возникли обязательства, которые мне надо было исполнить. This situation is not in my control. Ситуация вне моего контроля. Or it is Bhagavan only who brings together the living entities and separates them. Господь сближает людей и разлучает их. We are like only cotton in the wind. Мы просто как вот эта вата, которая ли там пух летает на ветру. Then Krishna said, "Mayi bhakti hi bhutanam amritatvaya kalpate dista madasin matsneho bhavati nam madapanaha."
means when a living entity has love for me. Кришна, когда живое существо испытывает любовь ко мне. Mayi bhakti hi bhutanam. Amritatvaya kalpate, he becomes eligible for liberation. Человек становится кандидатом на освобождение. Distaya dasin mat sneho. But by great fortune, you have sneha, you have affection for me. Но по великой удаче вы испытываете снеху ко мне. Bhavati nam madapanah. And that is the cause of your attaining me. Это причина того, что вы обрели меня. Ahami sarvabhutanam adi anto antarabahi. I am the origin of the creation and destruction inside and outside of all living beings and all elements. Я источник творения и разрушения внутри и снаружи всех живых существ. Just like all bodies in this world are made of earth, water, fire, air, ether, so all these elements are in the bodies and also outside of them. So similarly, I am inside and outside of everyone. Все тела, вся плоть, всех форм жизни в этом мире состоит из воды, огня, земли, эфира, воздуха. И подобно тому, как эти элементы присутствуют внутри формы, они присутствуют снаружи. И Кришна говорит, и я присутствую внутри и снаружи всего существующего. Just as all created things reside within the elements of creation. Все сотворенное пребывает внутри элементов этой вселенной. And the souls pervade those forms. И души проникают, пронзают вот эти, вот эту плоть. While remaining in their true identity. То есть душа сохраняет свое личное я, свою истинную форму, но при этом она проникает в эту плоть физическую. But Supreme Soul pervades the souls also. Но сверхдуша, высшая душа, она проникает и в индивидуальную душу. And everything rests within that. И все покоится в этом. So in the same way, you should see that all the creation and all the souls, they reside within me. Поэтому вы должны понимать, что все творение, все души пребывают во мне. I am Akshara. Я Акшара. The Supreme Truth. Я высшая истина. Brahman. Brahman. When Uddhava heard these words of Krishna, когда Уддхава услышал, что говорит Кришна, he hung his head. Он подумал, мама дорогая. This is a complete disaster. Какой ужас, что он несет. Krishna has finally met with the gopis. Он думал, вообще, наконец-то эту встречу устроил я. And now what is he saying? It makes no sense. И вот что за чушь он сейчас им говорит какую-то. First he told them, oh, I am just a helpless living entity, wandering here and there under the control of fate. Он подумал, что он вообще несет, вот несуразное. То он им говорит, что я не причастен ни к чему, и я не виновен в том, что нас разлучили. Это все Господь, это воля провидения. Я такая же игрушка в его руках, как then, вы. Then he said, Mayi bhakti hi bhutanam. If someone has devotion to me, they become liberated. Но вслед за этим высказыванием. And he's speaking like he's Bhagavan. Он начинает от имени Верховного Господа вещать, что любой, кто предан ему, получит освобождение. Because when Krishna said, "What can I do? Everything is just in the hands of God," then gopis only by the eyes they looked at him and said, "Tasman nandatma jo yate narayana somo gunai." Gaga Charya said, you have the qualities of Lord Narayan, so you yourself are that very Narayan that you are criticizing for separating everyone. Когда Кришна пытался оправдаться перед гопи, выдвигая вот этот аргумент того, что я лишь человек такой, как вы, а Господь правит нашей жизнью, Он все решает, Он разлучает, и гопи взглядом ему сказали, да, мы слышали, что у тебя качество, как у Нараяны, значит, ты решаешь, когда мы будем встречаться и когда нет. Gopis don't think he's Narayan. Они не верят, что он Нараян. To argue with him, they can say anything. Но ради спора они готовы что угодно сказать. This is called Yachaka Vritti. Yachaka Vritti называется. The method of a beggar.
То есть это метод попрошайки. A beggar wants to get some money from you. Потому что нищий пытается выпросить что-то попрошайка у so вас. For that you'll say anything. Ради того, чтобы что-то от вас получить, он готов сказать что угодно he вам. He may be an ordinary person, but he may approach, oh, your majesty. Вы, может быть, простолюдином, но он к вам подойдет и скажет, ваше высочество. How handsome you are. Князь, как вы прекрасны. I have heard that no one is equal to you in generosity. Я слышал, что вы славитесь своей щедростью, великодушием по всему миру. So beggar, being very eager to get something, can say anything. То есть ради того, чтобы что-то получить для себя, попрошайка готов на все. So this is Yachak Vritti. Gopis can borrow some words from Gargacharya. И когда им выгодно, гопи могут тут же вот эти цитировать Гаргачарью, там Праман, что Кришна это. In order to make Krishna accept responsibility for leaving there. Главное, чтобы он признал свою вину, поэтому чтобы вынудить его признать вину, что он их бросил. Они говорят, но если что ты винишь Господа, когда мы слышали от Нараяны, что ты и есть этот Нараяна. So firstly Krishna said. Гаргачари. Firstly Krishna said, I am helpless. I am just a placing in the hands of God. Сначала Кришна, его линия была такая, что я не виноват тут, я тоже жертва этой ситуации, как и вы, нас разлучили. Then he said, "Мои бхактири бутанам. If someone has bhakti to me, then he'll become liberated." Но вдруг он потом сказал, если кто-то предан мне, любит меня, он получит освобождение. This yadasin matsneho bhavatinam madapana means by good fortune you have sneha, you have affection for me. Но вам посчастливилось испытывать любовь снеху ко мне. So, bhavatinam madapana, you have already attained me. И посему вы уже обрели меня. And then I am inside and everything, like the elements are inside and outside of all things. He's speaking like he's Brahman. И вдруг как с ракурса. Because Brahman cannot speak, so that's an extra piece of sense that is absent. То есть Кришна говорит, как будто бы от лица Брахмана, подобно тому, как физические элементы присутствуют внутри и снаружи всего, я присутствую внутри и снаружи всего. Но так как Брахман не разговаривает, то тут тоже элемент такой абсурдности от того, как вдруг Брахман что-то выражает, какие-то идеи. So he said, Атапарей пасьятабата макширей. You should see me inside and outside. И посему вы должны видеть меня внутри и снаружи всего. So when Brajagopis heard this, когда Брajagopi услышали это, they were in shock. Они были в шоке. Why is Krishna speaking in this way? Почему он так с нами разговаривает? Radharani said, I am the same Radha, and you are the same Krishna, and we are meeting together just as we met in our youth, in the beginning of our life. Радика заговорила, обратилась к Кришне, она сказала, я та же самая Радха, и ты тот же самый Кришна, и мы снова встретились таким же образом, как мы встречались в ранней юности. But here, there are so many soldiers. Chariots, horses, elephants. Но тут в этом месте столько лошадей, слонов, so many колесниц, kings and soldiers and rishis. Столько солдат, царей, мудрецов. But in Vrindavan. Но во Вриндаване. There were bumblebees. Нас там окружали шмели. Cuckoo birds. Кукушки. Mango trees, kadamba trees. Манговые деревья, деревья кадамба. The beautiful flowing. Jamuna. Журчащая река Ямуна. And the white banks, sandy banks of Jamuna, shining in the moonlight like camphor. И серебряные песочные берега Ямуны, которые светились как камфора под лунным светом ночью. And peacocks are dancing and calling. Павлины развлекали нас своими танцами и своим пением. But here there is a rattle of chariots. А тут повсюду шум от этих колесниц. There in here you are dressed as a prince with the royal attire. Тут на тебе ты носишь царские одежды. But in Vrindavan. You are as a coward boy. А во Вриндаване ты наш пастушок. Where is your flute? А где твоя флейта? Where is your peacock feather? Где твое павлинье перо теперь? I think that
There is here in Kurukshetra not even one drop of the ocean of sweetness and nectar of Vrindavan. Мне кажется, что тут на Курукшетре нет ни одной капли океана того океана сладости, который присутствует у нас во Вриндаване. I don't consider myself. Я вообще не о себе думаю. But when I see the sad face of Mother Yashoda. Я не о себе забочусь, но когда я вижу грустное лицо мамы Яшоды и твоего папы Нанды Махараджа, then I wonder, what are you doing? Я начинаю думать, вообще, что ты, чем ты занимаешься? Is it that you want to kill them? Что ты творишь вообще? Ты что, хочешь убить своих родителей? Or is it that you want to enliven them by returning one day? Или может ты так нарочно создаешь такое напряжение, чтобы просто оживить, и чтобы они воспряли духом, когда ты их удивишь своим возвращением во Вриндаван? Radhika said, Ahuschate nalinam nabapadaravindam Yogeshwararidivichincharagadabodaye Samsarinam patita otara avalambam Geham jusham apimanasudayat sadanaha. Very, very important verse. Mahaprabhu himself was speaking this verse to Lord Jagannath in Ratyatra. Это важный стих, его желательно соучить наизусть, потому что Махапрабху обратился с этими словами к Господу Джаганатхе на Ратхаятре. Это стих из Шримад Бхагаватам. Radhika and Gopis are expression. Ahushtate nalina nama padaravinda. Radhika и Гопи говорят следующее. Before you sent Uddhav to Vrindavan. Ты однажды послал вначале Удхаву во Вриндаван. With a message. That we should meditate on you. Что передать нам послание, что нам надо медитировать на тебя. You instructed us in gyan and dhyana yoga. Ты дал нам наставление по гьяна и дьяна йоге. And now we are finally meeting with you. You are telling us the same instructions. И наконец-то мы лично повстречались с тобой, и ты снова повторяешь те же самые философские идеи нам. But Yogeshwara already vichinta agada bodhai. These instructions to meditate on you are not suitable for us. Но ты не понимаешь, что вот эти философские наставления неуместны. Вот про эту медитацию они неуместны для нас. Yogeshwara, instructions on finding God through meditation, they are suitable for Lord Brahma, Lord Shiva, for the Navayogendras, for the four Kumaras. Yogeshwara already vichincha agada bodhai, who have vast intelligence. Инструкции по поиску Бога посредством медитации, они подходящие для Брахмы, для Шивы, для четырех кумаров, для Навайогенд, для мистиков йоги. Ahushtate nalina nama padaravinda. We see you are nalina nama. Your navel is beautiful like a lotus. Мы любуемся твоим пупком, который прекрасен как лотос. That means we are village girls. То есть мы деревенские девушки. Village girls are famous for having restless minds. То есть мы легкомысленные. They are not famous for meditating with vast intelligence like. Кто из деревенских девушек прославился там? Навайогендрас. Интеллектом и великим разумом. Как Навайогендрас. So when we just see your beautiful lotus navel and we have other thoughts. То есть мы предпочитаем на твой пупок медитировать, у нас свои мысли вот там витают в голове, нам не до этих медитаций и философий. Why are you giving the instructions which are supposed fit for the great yogeshwaras to village girls like us? Почему ты не по адресу вот эти наставления снова и снова нам передаешь по философски, которые ну никак не укладываются? Just like grass is в нашу голову. Grass or straw is food for a cow. Знаешь, как трава, солома — это пища для коровы. So if you give the grass to a human to eat. That person is quite foolish. Если кто-то попытается человека тут пихать пучок травы ему в рот, то это не указывает на великий ум. So you are nalina naba. Ты nalina naba. That means we heard that you have qualities like Lord Narayan. So from the lotus navel of Narayan comes a lotus flower with Lord Brahma. Мы знаем, что Гаргачарья сказал, что ты в качествах подобен Господу Нараяне, а у Господа Нараяна из пупка
растет лотос, из которого рождается Господь Брахма. So lotus is called Pankaja. Лотос называется Панкаджа. Ja, born from ja. Panka, the mud. Родился из ила. Панка. So from the mud comes the stem of the lotus. То есть стебель лотоса растет из грязи, And то есть из ила. From the lotus comes Lord Brahma. А из лотоса, то есть стебля появляется лотос, из него Брахма. So this is his parampara. То есть это его родословная Господа Брахмы. Mud is jad, foolish. То есть that means глупого ила. And in the parampara of that mud comes Lord Brahma, we think that he is also jad. То есть в этой парампаре появился Брахма, очевидно, тоже указывает на то, что он тоже глуповат. Because Brahma, he wants to meditate on you. Потому что он хочет на тебя медитировать. But this meditation is useless. Глупое какое-то занятие, это медитация. And you, Nalina Naba, by associating with Lord Brahma Krishna, you have also become jad. А ты, Nalina Naba, общавшись с Брахмой, тоже как-то поглупел. Like the person giving grass to a human being, you are giving instructions in Dhyana Yoga. To us village girls. Подобно тому, как ты кормил человека там пучком соломы, вот ты стал вот эти философские наставления нам давать все время, нам, деревенским девушкам. Samsari nam patit utra ablambam. Who else wants to have instructions in dhyan yoga? Кому еще нужны наставления по гьяне и дьяне? Samsara kupa patita. Those who have fallen in the deep well of samsara. Samsara kupa patita. Samsara kupa patita. Те, кто провалились в темный колодец рождения и смерти. They also want to learn about gyan discrimination and gyan meditation to come out from the deep well of material existence. Им важно узнать о гьяне и дьяне. Им нужны знания и различия между духом и материей, чтобы выбраться из этого темного колодца материального существования. But we gopis, но мы пастушки, we have no dayatma abhiman, we have no identification with our bodies at all. Но мы себя никак со своими телами не отождествляем. Нет у нас дейатма абимана. Are we attached to our samsara? Our household, our husbands and families. Мы похожи на тех, кто привязаны к своим семьям, домам, к мужьям. Krishna himself had said to gopis, Ya Mahabhajan Durja Gaya Sankala, you have cut all the shackles of attachment to family and household. Сам Кришна ранее, so I cannot repay you. Выражая восхищение перед гопи, говорил, вы разорвали эти узы, которые невозможно разорвать, узы семейной жизни, оставили свои дома, поэтому я перед вами в неоплатном долгу навсегда останусь. So we are not yogeshwaras like Brahma. И гопи говорит, мы не йогешвары, как Брахма. And we gopis have no attachment to our households. И у нас нет. So we are not candidates for instruction in Jnana Yoga and Dhyana Yoga. И к семьям, к своим домам мы не привязаны, поэтому мы не неправильная аудитория для твоих наставлений по Дхьяне и Гьяне. We think that this instruction of yours is just duplicity. Нам кажется, что вот эти все твои наставления, сейчас твои лекции, это просто лицемерие. Actually, we gopis, we want to forget you. На самом деле, мы бы хотели забыть о тебе. And we want to be absorbed in our household activities. И хотели бы погрузиться в обычную семейную жизнь и работу по дому. But we cannot take you out of our heart even for a moment. Но вырвать тебя из сердца даже на одно мгновение мы уже не можем. So how cruel you are. Насколько же ты жесток? Ядяпи самадишу видяпи пасати натава накагамаричим. Lord Brahma meditating for thousands of years in samadhi, but still your lotus feet don't appear in his heart, and we want to take your lotus feet out of our heart, but you never leave us. Ты жесток, потому что тысячелетиями Брахма медитирует на тебя, желая узреть твои лотосные стопы в своем сердце, но ты никогда не являешь их ему. А нам не терпится поскорее изгнать эти твои стопы из своего сердца, но ты не хочешь никуда уходить. So to tell us, oh, we should control our minds, and if we meditate, then we will realize that we are already with you. И поэтому вот эти Because you are everything and everywhere. Все эти This твои... is just duplicity. Все твои наставления о том, что нам надо просто обуздать свой ум, контролировать мысли, мы поймем, что мы всегда с тобой, потому что ты повсюду. Все это просто
глупости ты нам говоришь. Just like a clay pot is made of earth. Потому как кувшин сделан из глины. Someone comes to the bank of the river, takes the clay and makes a clay pot. Кто-то выкапывает почву, там глину на берегу реки и мастерит горшок из этой глины. Can this clay pot ever be separated from the earth? Этот кувшин может быть разлучен с землей когда-нибудь? No, because it's upadan karan, its ingredient cause is the very earth. Нет, его невозможно разлучить, потому что он состоит из самой этой земли, из почвы. So Krishna had said, if you meditate and control your mind, then you realize that you and everything is nothing but me. То есть Кришна хотел донести до них, что если вы будете контролировать ум и медитировать, вы поймете, что вы и все остальное не что иное, как я сам. Раджагопи said. Раджагопи сказали. The great yogis, they may be satisfied to meditate on your lotus feet. Великие йоги могут довольствоваться медитацией на твои лотосные стопы. But we can never be satisfied by such meditation. Но нас такая медитация не удовлетворит. Because we are not in the habit of sitting and remembering your lotus feet. Нам непривычно как-то сидеть и медитировать на твои лотосные стопы. Yate sujata chanam buruham staneshu Vita shanai priyadadi mahikakasheshu Tainata vimakasita vyatatena kim swiss Kurbani bi brahmati di babadayo shanga. Because Braj gopis, they wonder, why are you strolling here and there in the forest, Krishna? Говорят, Кришна, зачем ты бродишь по лесу туда-сюда? You may step on some sharp stones. Ты же можешь босиком ты ходишь по лесу, ты можешь наступить на камень какой-то, камушек. Thinking of this, we cannot even stay alive. Говорят, когда просто эта мысль закрадывается в голову, это уже нам хочется просто умереть. Because our pranay, our feeling of oneness with you is such that when we take your lotus feet and we place them on our chest, then we place them very, very slowly, thinking your tender lotus feet may be injured by the hardness of our breast. Из той пранаи, которую мы испытываем, такого чувства близости, единства с тобой, для нас невыносима мысль, что ты можешь пораниться или что кто-то вызовет дискомфорт. Когда мы подносим твои лотосные стопы к своей груди, мы делаем это очень бережно и медленно, чтобы никак не причинить какое-то неудобство тебе. The implication is this, that Braj gopis never consider their own happiness. То есть что тут кроется, какая мысль, что гопи о собственном счастье никогда не думают. So Krishna will not be satisfied if they'll just remember his lotus feet in meditation, because Krishna's lotus feet will still feel the burning fire of separation unless and until Braj gopis Nyastam staneshu vijaru parirabhya tarpam. They directly place the lotus feet on their hearts. Only then will the fire of separation felt by Krishna's lotus feet be extinguished. Gopi всегда переживает. So they're not satisfied because his lotus feet are not satisfied. А Кришна, они не думают о себе, и они прекрасно знают, что стопы Кришны не будут довольствоваться тем, что что гопи на них медитирует, что Кришна будет испытывать беспокойство, чувство разлуки до тех пор, пока гопи физически не поднесут его стопы к своему сердцу и крепко не прижмут. So, Gopi said, Geham Jusam Mapinadasus Udiat Sadhana. We are ordinary village girls. We are attached to our houses. We cannot meditate. So just be merciful to us and you make your lotus feet appear in our hearts. И Гопи говорит, мы обычные деревенские девушки, нам не под силу вот эта медитация, поэтому ты сжалься над нами и сделай так, чтобы твои стопы просто проявились сами по себе в наших сердцах. Oh, every syllable is dripping with a nectarian delicious sarcasm. То есть каждый слог этой просьбы пропитан нектарным сарказмом. Yes, Krishna, you told us to meditate because we are attached to our homes. То есть ты нам говоришь медитировать, потому что мы типа привязаны к нашим семьям и домам. You should give mercy to us. Ты должен пролить милость на нас. And just as God can make someone who doesn't do any sadhana, Kripa Siddha, by manifesting himself,
that you. The only answer is that you should manifest yourself in our hearts. Все ж под силу Господа, даже Господь может непутевого, который никакой духовной практикой не занимается, садной, сделать крипа-сидхой, то есть по своей милости дать совершенство. Вот ты все это сделай за нас, Кришна. The meaning is we see your lotus feet in our hearts at every second. We want you to take them out, but they won't go. На самом деле, не хотел сказать, дайте стопы твои, надоели нам уже в наших сердцах, мы уже пытаемся оттуда. But you cannot be satisfied by this. Выставить как-нибудь. Они никуда не уходят, поэтому. Радхарани's meaning is Анера Ритояма Марамана Бриндапа Манабани Эка Кори Джани Манабани Эка Кори Джани. For other people, their heart and mind is one. Ради каких-то других людей их сердце и ум это одно и то же. But my heart is Vrindavan. Но мое сердце это Вриндаван. So I will consider it really your full mercy if you'll keep your lotus feet in Vrindavan. That means come with us. Come back to Vrindavan. Ради говорит, мое сердце это Вриндаван, поэтому я посчитаю твоей милостью то, что ты поместишь свои стопы во Вриндаван. Возвращайся с нами обратно домой. This is the real meaning of Ратхаятра. Это и есть истинный смысл праздника Ратхаятры. That Radhika by her loving words is pulling the heartstrings of Krishna back to Vrindavan. То есть Радика своей любовью, сладкими словами, она тянет за веревочку сердца Кришны, пытается заманить его, вернуть его обратно во Вриндаван. Krishna didn't go back to Vrindavan. Кришна не вернулся с Браджабаси во Вриндаван. Manobishta, the heart's desire of Radhika. Но все же его возвращение во Вриндаван является манобиштой, сокровенным желанием сердца Радхи. So this pulling of the rat card, this Ratyatra festival, is the manifestation of the innermost heart's desire of Radhika. To it's her aspiration did not happen then at that time. It is the manifestation of that innermost heart's desire. Это было мечтой Радики, чтобы Кришна вернулся с ними. Это не произошло в тот раз, но все же мечта всегда живет. И поэтому вот этот праздник Радхаятры, когда преданные тянут за веревки колесницу Господа, что как тянут Дваркадеша Кришну обратно во Вриндаван зазывает. То есть каждый содействует исполнению манобишты Шримати Радики, исполнению ее мечты. Consider deeply what Radhika is saying. Задумайтесь поглубже, порассуждайте о том, что хочет донести до Кришны Радика. She's saying, for other people, their heart and their mind is one. Она говорит, для других, в других людях сердце и ум это одно и то же, одно целое. The meaning is this: the mind is the place of calculation. Что она хочет сказать? Ум это там, где мы просчитываем все, калькуляции проходят в уме. But the heart is the place of love. А сердце это место любви. So when general person speak about their heart, I love you with all my heart. They actually love you with all their calculating mind. То есть ум просчитывает, сердце любит, но обычный человек, когда они говорят, я тебя люблю. То есть, на самом деле, они там все просчитывают, что я поимею от тебя в результате наших отношений. When a woman finds out how much money a man gets, then she thinks, oh, I love him so much. Женщина, чем, если она узнает, сколько у мужчины на самом деле там спрятано на счету или что-то в недвижимости, она подумает, ну, я очень его люблю теперь. Does he have $10 million? I love him so much. Oh, he has $20 million, and I love him. Любопытно, с какой именно баланс там, вот это 10 миллионов или все-таки может 20, потому что она чувствует в сердце, у нее есть потенциал больше любви к нему. So, in this material world, people are saying, this is my heart, but they are calculating. То есть люди думают, мы любим, все думают, я люблю сердцем, но на самом деле все равно это не сердце, все через ум, там все просчитывается. Oh, if that person will then after some time become poor, oh, now he's not so beautiful. Потому что баланс все там уже рухнул у этого любимого, горячо любимого, то уже ну, как-то трудно любить на него. Oh, if you have a relationship with another woman, oh, he's also not so... Так, I don't love him so much. Не дай бог, он изменит или там какую-то еще полюбит, то тоже моя любовь тоже к нему, соответственно,
So the mind is always calculating the in the egotistical selfish way. Все равно во всей этой любви мирской присутствует сильная доля эгоизма и собственных интересов. Все равно мы все подсчитываем под себя. Person says, "Oh, I love from my heart," but actually they love from their mind. This is not real love. Как бы человек ни говорил, да, я всем сердцем тебя люблю, но все равно это умом мы любим, расчетами. Because the mind can always change, because it does sankalpa vikalpa, accepting and rejecting, but the heart can never change. Еще одна особенность природы ума это санкалпа викалпа, то вот хочу, то не хочу, вот все время оно как качели, да, нет, да, нет, да, нет, а сердце, оно уже не двигается с места, то есть если действительно любим сердцем, то это уже навсегда, что ничто не повлияет на это. Before Uma was married, еще до того, как Ума вышла замуж, Narad Muni came and glorified Lord Shiva. Нарада пришел и прославил перед ней Шиву. And hearing about Lord Shiva, then Uma, oh, he is my beloved. I will only marry him. Ума просто услышав о Шиве, она решила, вот это для меня мужчина, вот я его буду всегда любить. So then Lord Shiva, he thought, does she really love me or not? Шиве стало любопытно, это настоящая любовь, что она декларирует. And he sent one messenger representative to go and talk to her. Или притворная. И он послал одного представителя, как от своего имени, побеседовать с Умой. That messenger said, oh, Uma. Посланец сказал, Ума. Шива, he is a mad person. Он сказал, Шива душевно больной человек. He smears his body with ashes from the cremation ground. Ты понимаешь, что он наносит на тело там золу с крематория. He decorates himself with poisonous snakes and rudrakshas. В форме украшения он носит там бусы из рудракши и ядовитых змей. And he associates with so many boot prets and pisach, which is ghosts and hobgoblins. Тоже всякие там привидения, ведьмы, бабайки. Sometimes he drinks poison. Периодически он пьет яд. And he rides around naked on a bull. И нагишом ездит вокруг на быке. He's a completely mad person. Ну немножко ку-ку. You should not marry him. Зачем тебе такой муж вообще? Ты понимаешь, на что ты идешь? Even Lord Shiva came in a disguise and criticized himself. Вначале через посредника он пытался выведать, вот действительно ли она любит. Потом сам там, переодевшись в кого-то, пришел, тоже стал ее переубеждать. Even her own father tried to dissuade her. Конечно же, ее отец в первую очередь постарался отговорить ее от такого неудачного правила. But Uma said, I don't care. Ума сказала, слушать никого не буду, мне все равно. He may not have a house. Но пусть он будет бездомный. He may sleep under a different tree. Ну и что, что он спит под деревьями где-то, там под разными деревьями в разные ночи. He may be decorated in a garland of human skulls. Ну и пусть у него гирлянда на груди из человеческих черепов. But still, no. I have given my heart to him, and I can never take it back. Я же уже отдала ему свое сердце, и забрать его мне не могу. I will marry him and no one else. Поэтому замуж пойду только за него и ни за кого другого. So the mind can accept and reject, but the heart, when it is given, it can never move. То есть ум принимает, отвергает, принимает, отвергает, а сердце, приняв единожды, уже не может отвергнуть. So Radhika said. Радика сказала. Other people, their mind and heart is one. У других людей сердце и ум это одно и то же. So their love is conditional. Поэтому их любовь условная. But my heart. Но мое сердце. Cannot move. Неподвижно. It is one with Vrindavan. Что мое сердце это Вриндаван. Vrindavan is my heart. Вриндаван и есть мое сердце. So if you want that. I should meditate, so your lotus feet should appear in my heart. Then, for your lotus feet to appear in my heart, your lotus feet will have to come to me. Поэтому будь добр, чтобы ты, если хочешь. Because that is my heart. Если ты хочешь устроить для меня такую медитацию на твои лотосные стопы в моем сердце, пожалуйста, этими стопами дошагай до Вриндавана и помести их туда. Because there in Vrindavan. Потому что там в Вриндаване. We used to dance on the bank of Jamuna. Мы же с тобой так танцевали на берегу Ямуны. And
Enter into the cool waves of Jibora and play and splash. Помнишь, как мы among the lotus flowers. Заходили в прохладные воды Емуны, как мы там плескались, как я пряталась от тебя там среди лотосов. We used to meet in the beautiful secret caves and kunjas of Govardhan. Помнишь наши тайные свидания в рощах Вриндавана, в пещерах Говардана? On the bank of Radhakund. На берегу Радхакунды. Sometimes having holy lila, throwing colors. Помнишь, как мы spraying with the piska. Играли в холи, бросались красками и брызгались с окрашенной водой. Sometimes drinking honey wine. Как мы пили медовуху. Sometimes playing gambling games with dice. Играли в настольные игры с тобой. Sometimes sitting on a swing together. А иногда качались на качелях. And swinging very high with all the sakis. Раскачиваясь очень высоко, и все саки подпевали нам. Such the service we can only render to you in Vrindavan. Вот так служить тебе мы можем только во Вриндаване, Кришна. And without this you cannot be satisfied. А без этого служения ты никогда счастливым не будешь по-настоящему. So Radhika said, Gayam jusam abhimanasudhiyat sadanaha. May you, by your kindness, make your lotus feet appear in my heart. That means, come to Vrindavan. Поэтому будь добр, яви свои стопы в моем сердце, то есть вернись во Вриндаван. And when Radhika said this, then she fainted. And by the influence of her prema, all the other gopis fainted also. Эти слова Радика потеряла сознание, и от силы ее премы, ее любви, все гопи потеряли сознание одновременно с ней. They were unconscious for two muhurtas. Целые две мухурты, они лежали без сознания. 1 hour 36 minutes. Мухурта это 48 минут, то есть в целом час 36 минут они были без сознания. And then gradually as the intensity of their bhav began to change, they came to the external consciousness. Но постепенно их интенсивность их бхавы стала сменяться, и они стали приходить в себя. This time Krishna said. В этот раз Кришна сказал уже следующее снова. He repeated the one verse he had said before. Aham hi sarvabhutanam. Sorry. Mayi bhakti hi bhutanam amritatvaya kalpate. Distaya dasin matsneho bhavati nammadapanaha. Listen very carefully. Кришна повторил тот же самый стих. Вслушайтесь внимательно. Кришна говорит. Mayi bhakti hi bhutanam. Devotion. When a living entity has devotion to me, amritatvaya kalpate, he becomes liberated from this world. То есть, когда живое существо обладает любовью и преданностью ко мне, оно становится бессмертным, то есть покоряет. So that is a reference to sadhana bhakti and becoming bhava bhakti, and then you're liberated. То есть тут речь идет о sadhana bhakti, которая переходит в bhava bhakti, потом приходит высвобождение из этого материального существования. But distya yadasin matsneho, but by great fortune, you have sneha. Но по великой удаче вам посчастливилось достичь снеху ко мне. So sneha is not included in raganuga bhakti. Снеха это уровень према, который не относится к бхакти. After bhav there is prem. Потому что идет одна бхакти, бхава бхакти, а потом уже према. And after prem there is sneha. А снеха это выше премы. So sneha is indicative of ragatmik bhakti, the devotion of those who are already in the spiritual world. No sadhak or practicing devotee or even a siddha who has become perfect by his practice has sneha. They have up to bhava, perhaps prem. But not sneha, that is ragatmika prema. Так как он использует слово снеха, это уже идет речь напрямую о рагатмика бхакти, о любви тех, кто живет в духовном мире. То есть потому что никакому садаку и даже реализованному преданному на уровне бхавы выше према ничего недоступно. То есть снеха это уже духовный мир. So distya madasin means by great fortune. You have sneha. That means it is my great fortune that you have sneha for me. I am very lucky that you have sneha for me. Когда Кришна говорит, по великой удаче вы испытываете снеху ко мне, речь идет о его собственной великой удаче. Он говорит, как мне повезло, что вы меня любите, что у вас снеха ко мне. Madapana, you have attained me. Madapana, вы обрели меня. Bhavatinam, that means of you. You have attained me. Вы обрели меня.
So the inner meaning is this, that if a person has ragatmik prem, they are in the aprakat lila, the eternal pastimes of Krishna. Истинный смысл того, что говорит Кришна, если преданный на уровне рагатмика премы, то он живет всегда в духовном мире с Кришной. And there, see, Krishna never leaves Vrindavan. В апракат лилах, вечных лилах, в которых Кришна никогда не покидает Вриндаван. But Krishna is speaking to Braj Gopis in the Prakat Lila, the pastimes which are manifest within this world. Беседа, встреча, диалог происходит в Прахат Лилах, лилах, которые проявились на земле. So even though it seems that Krishna was giving them some tattva gyan, saying that Brahman is inside and outside of everything, like the elements are inside and outside of everything. И несмотря на то, что внешне кажется, что Кришна просто объяснял какую-то общую философию им, говоря, что Брахман абсолютная истина, он внутри всего и снаружи, подобно тому, как элементы внутри всех объектов и форм и снаружи. So you should meditate, control your mind and see me everywhere. И что казалось, что он говорит, контролируйте ум, и вы меня увидите везде. Inside and out. И внутри, и снаружи. But this actually was not the instructions of Tattva Gyani related to Brahman. Но это не было наставлением Tattva Gyani, относящимся к Брахману. It is Prem Tattva. Тут идет речь о Prema Tattva. Just as you can see in the chapter Shloki Bhagavatam, one verse is on Prayojan, the Prem Tattva. Yathamahanti bhutani bhutetsuscha vyateshanu pravistana pravistani tatateshu nateshvaham. The same words. Just as the elements are inside and outside of everything, I am inside and outside. То же самый смысл, так как и в чату Шлоки Бхагаватам, в шлоке, которая относится, одной из четырех, которая относится к према татве, тут же самый смысл, что я внутри всего и снаружи. So how is this related to prem? И как это относится к преме? The meaning is this. O gopis, when you look at me, you see me as a prince coming from Dwarka to meet with you in this Prakat Lila. То что Кришна хочет на самом деле донести до врача гопи? Сейчас он говорит, гопи, когда вы смотрите на меня, вы воспринимаете меня как принца Кришну, который вернулся наконец-то повидаться с вами на Курукшетре из Двараки. And internally, in separation, you see me in Vrindavan. Но когда вы поглощены внутренним состоянием чувств разлуки, вы меня видите во Вриндаване. And how we are meeting together in beautiful pastimes. Вы видите мои, ну, созерцаете встречи со мной, наши сладкие беседы. But this internal vision is not a spurti. Но вы не понимаете, что то, что вы видите внутри, это не спурти, это не видение. It is actually апракат лила. Что это настоящее все, это ваша жизнь со мной во апракат лила. So the prema tattva is now see. Outwardly you are seeing my Prakat Lila, and inwardly you are seeing my Aprakat Lila. То есть Кришна пытается помочь гопи осознать, что происходит, что он всегда с ними, они всегда с ним в Апракат Лилах, и вот то, что они внутренне воспринимают, это и есть реальность. А сейчас внешне они воспринимают эти Пракат Лилы проявленные. It's just a question of the location of your Abhiman. Просто вопрос локации Абхимана, к чему ты себя соотносишь, к какой реальности. Actually, Krishna never leaves Vrindavan. Кришна действительно никогда не покидает. Кидает Вриндаван во Прахат Лила. But due to the intensity of prem, Radhika feels separation from Krishna even when she's with him. Что происходит? Вот так интересно. Кришна всегда во Вриндаване, в трансцендентном мире, в нити лилах. Even the blinking of an eye seems like thousands of years. Но эмоциональное состояние, сила любви Радики такова, что у нее вот эти перепады эмоциональные происходят. Иногда она сидит с Кришной, но ей кажется, что Кришна ее оставил, его нет. She imagined so many terrible things. Oh, what if Krishna were to leave me one day, and she imagined, oh, a crew is coming and take him away. Такие фантазии, там богатая фантазия, вот начинает ей мерещиться, а вдруг он меня оставит, а вдруг его заберет Акрура, увезет отсюда, вдруг нам придется расстаться, и мы не сможем быть вместе. Вот так она сама себя пугает, и вот эмоционально как накручивает прямо, вот такие у нее богатые разные фантазии. Anishta Shankini Bandhu Ridayani Bhavantihi. When there is intense love, there's always an anxiety that something undesirable will happen. Что когда есть сильная любовь, всегда есть волнение, вот что-то плохое случится, наверное. So, this, just as Krishna is not born in the spiritual world. Кришна же не рождается в духовном мире. But everyone there
Mother Yashoda, she has the Abhiman. Oh, I remember when Krishna was born. Но все помнят, что он когда-то родился. Мама Яшода, у нее Абхиман, она помнит, но он родился у меня. And that Abhiman is manifest in this world for everyone to see, and that is the Prakat Lila. И вот этот Абхиман проявляется для всех, ну, чтобы все увидели это в этом мире в Прокат Лилах, вот когда Кришна рождается у нее. So in the same way, Radhika and Braj Gopis, Krishna never leaves them in the Prakat Lila. But they have an anxiety. Oh, what if you will leave? And that mood manifests in this Prakat Lila that Krishna has gone. А у Радики и Гопи есть обиман вот этих переживаний, что может им придется расстаться с Кришной, что возникнет разлука, и вот эти их фантазии принимают конкретное очертание событий в Прокат Лилах, что действительно Акрура приезжает и увозит от них Кришну. So, Krishna's leaving is only above for the Radhika in her Abhimani in the Aprakat Lila. То есть когда в Апракат, в контексте Апракат Лилы, то, что Кришна покидает Вриндаван, это всего лишь фантазия Радики, это Абхиман ее. But when she's absorbed in that Abhiman, oh, Krishna has left me. Но если она погружается в этот Абхиман и верит, что о, Кришна покинул меня, then the Aprakat Lila, she thinks, oh, this is a sporty. То тогда, from the Abhimana of that Radhika in the Prakat Lila. То есть когда она теряется в своих фантазиях вот этих сама, как застревает там, и она начинает думать, что он меня оставил, что он далеко, и она уже отстраняется от Апракат Лила, она забывает, что то настоящее есть, что и когда ей кажется, что он с ней встречается, она думает, нет, это воображение, его so нет. The Prakat Lila where Krishna lives is only above of the Apracat Lila, but being absorbed in that bhav, then from that Abhiman, then the Aprakat Lila, it seems to be like just a sporty. So, see, Krishna is always with Radhika. Krishna всегда с Радикой. But now, in Radhika's bhav, he has left, and it is manifest as a lila. Но в ее состояниях эмоциональных, вот она теперь грустит, что он ее оставил. И это реально принимает очертания вот этой лилы в прокат лилах на земле, что Кришна уезжает из Вриндавана. Krishna said, just like dust is going here and there in the wind. И Кришна объясняет, подобно тому, как so ветер распыляет like пылинки. Dust taken here and there by the bhavs of Radhika. То вот этот ветер, это бхавы Радики, это ее эмоциональное состояние и ее фантазия, вот этот ветер, который гоняет Кришну туда-сюда. And when Krishna has a chance to meet with Radhika, he says, control your mind. И когда ему удается приблизиться, он пытается достучаться, говорит, Радика, контролируй свой ум. Пожалуйста. I'm always with you. Я же всегда с тобой. Please. Пожалуйста, останови это. Уже пойми, что я с тобой. But Radhika takes it. Why is he giving me instructions about Brahman? I'm very upset with you. А это еще больше заводит Радику. Что ты за глупости мне говоришь? Какие-то не наставления про медитацию на Брахман. Слушать такого не буду. It becomes an, like a prema kala, a loving argument. Как любовная ссора према калаха происходит. Radhika thinks Krishna is giving me inappropriate instructions. Радика уже обижается. Зачем он мне неуместные такие наставления дает вообще? And Krishna, being the predominating Adhistatri Devata of Samvit Shakti, Krishna, sometimes с логикой, he can be aware of the realities of the lilas, and so he's trying to explain to Radhika, control your mind. And you'll see that you have already attained me. We are already together. Кришна заведует этот самвид шакти, то есть вот эта логика сознания приходит, понимание вот этих нюансов лил, он пытается достучаться. Радика, пожалуйста, успокойся, возьми себя в руки, контролируй ум, мы вместе с тобой всегда. So, this is like an endless ocean, because you can experience this pastime, sometimes with the more influence of Sandini Shakti, sometimes with the influence of more Sandhit Shakti, and sometimes with the influence of more Hadini Shakti. So that is called Sandini Pradhan Vichar, Sandhit Pradhan Vichar, or Hadini Pradhan Vichar. Вся эта лила, она как бескрайний бездонный океан, потому что ее можно рассматривать и воспринимать с ракурса Сандини, Самвит
или Хладини Шакти. То есть с этих ракурсов получаются и разные интерпретации, и разные, разное восприятие. So, if you take, you have already Bhavati Nam Madapana, you have already attained me. Но когда Кришна говорит, вы уже обрели меня, у вас снеха. From the point of view of Sandini, no one can be separated from God because God is the ingredient cause of all existence. С ракурса интерпретации Сандини никто не может быть разлучен с Господом, потому что он основа всего, он изначальная причина существования каждого. Then from Samvit Pradhan Vichar, Bhavati Nam Madapana, you have already attained me. Means that just control your mind. We are together in the Aprakat Lila, but you have become absorbed in this mood of separation. С ракурса самвид, что Кришна уже говорит, вы уже обрели меня, мы всегда с вами в Апракат Лилах, и вот эта разлука, вы ее сами себе вообразили, поэтому вы должны это понять. Or if you take by Ladini Pradhan Vichara, но если рассматривать сказанное с ракурса Хладини Прадан Вичара, then the samvid, the awareness of the tattvas is covered. То тогда вот эта логика, она отсутствует, уже это знание отсутствует. So distaya dasin matsne ho bhavati nam madapanha means Krishna is saying like ordinary human being. То тогда тоже как по-человечески, как будто бы как нарават, с ракурса человека Кришна говорит. It is my good fortune that you have sneha for me. Мне очень повезло, что вы любите меня, что вы испытываете снеху ко мне. Because love is more powerful than destiny. Потому что любовь сильнее судьбы. And where there is true love, that love will overpower destiny, and lover and beloved must meet. Настоящая любовь сможет преодолеть любые препятствия и пойти наперекор судьбе и предоставить возможность возлюбленным сердцам быть вместе. So I have only two or four kings left to defeat, and then after that, surely I will return to you because you love me so much. Your love will bring me to you. Поэтому вот сила вашей любви дает мне надежду того, что очень скоро мы снова будем вместе, потому что ваша любовь победит. Мне осталось расправиться там с двумя-тремя царьками, и я вернусь к вам. So because it is certain. И поэтому, так как это уже однозначно случится, and because it's only a matter of a short time, и тут уже недолго нам ждать осталось, then right now, Bhavati Nam Madapara, you should think that I have already returned. Поэтому сейчас успокойтесь уже и поверьте, что я уже как будто бы вернулся. So in this way, these verses can be experienced according to the devotee's perspective. Sandini Pradhan Vichar, Samvit Pradhan Vichar, and Ladini Pradhan Vichar. Вот эти слова Кришны можно интерпретировать с таких трех ракурсов. Сандини Прадан Вичар, Самвит Прадан Вичар и Хладини Прадан Вичар. So the essence is... Соответствие от настроения преданного. The essence is that, O Gopis, if I am just the son of Nanda and Yashoda, то есть что Кришна хочет сказать? Гопи, если вы верите, что я сын Нанды и Яшоды, then it is not my fault that I am separated from you. То события все эти не подвластны моему контролю. Because I am helpless in the hands of destiny. Потому что я беспомощен в руках судьбы, так же, как и вы. And if you say, Narayana Samogunai, but you are Bhagavan, но если вы будете привешивать на меня то, что я Бхагаван, then I say, Bhagavan is controlled by praying. То я скажу, Бхагаван подчиняется любви. So it is your praying which is making this separation. То это ваша любовь вызывает, создает. And it's also not my fault. Это ваша любовь повинна в этой разлуке, и я тут сам ни при чем, опять-таки. So whichever way you look at it, it's not my fault. Как бы вы меня не винили, с какого ракурса, все равно я не виновен. So when Sri Krishna said, Ubayamma atha parei pasyaba abatam aksharei. Now see me inwardly and outwardly. Then for a moment, gopis, they realized, they understood what Krishna was saying. А когда Кришна... Ah, we're always with you. Кришна так снова и снова настойчиво призывал их. Говорит, ну посмотрите, поймите, что мы всегда вместе. И на какое-то мгновение гопи ощутили это и признали, что он действительно правду говорит, мы с ним. And they became satisfied for a moment. И это дало им такое внутреннее удовлетворение на мгновение. But then again, according to the Abhiman of the Prakat Lila, they were in anxiety. Но затем они снова перенеслись в Абиман Пракат Лил и снова забеспокоились. So Krishna
said to Uddhav, oh, bring the ornaments and И тогда Кришна сказал Удаве, принеси украшения и одежду. So then Uddhav bought so many ornaments and clothing and ornate jewel pots of fragrant water. Удава посуетился, там принес много комплектов одежды для гопи, разные украшения, там сосуды с ароматной водой then для омовения. Uddhav went away. И удалился сам. And then see Krishna. И тогда сам manifesting Кришна, one form for each and every gopi. Проявив форму индивидуальную для каждой присутствующей гопи. Then he removed the old and torn clothes. Он стал снимать с них эти старые ветхие одежды. And massage them with fragrant oil. Массировать их с ароматным then маслом. He gave a bathing, snan. Сам омыл каждую гопи. And with his own hands in this way, Krishna was worshipping Radhika and all gopis, and then he decorated them with fresh clothing and ornaments. То есть сам Кришна послужил Радике и всем гопи, и затем, освежив их тела, одел на них новые красивые наряды, украшения. Due to the trauma of so much separation, they did not enjoy loving pastimes that night. В ту ночь не было такого близкого союза между ними из-за того, что все были еще сильно травмированными вот этой разлукой долгой. But every day for 2 months. Но после этого каждый день. During the day, Krishna would go out, meet with the kings and the rishis, and take part in the jagyas and the bathing in the samanta panchak. And then in the evening, he would say, "No, I'm retiring for the evening." And then he would go and enjoy beautiful loving pastimes every night with Radhika. Но в последующие там каждый на течение 2 месяцев, каждый день с утра там до вечера Кришна был среди царей, среди родственников, там риши, участвовал в ягьях, там омовениях ритуальных, но каждый вечер прощался со всеми вежливо и уединялся у себя в своих личных апартаментах и тут же мчался на встречу со своими возлюбленными. И там проходили очень сладкие лилы каждую ночь. Mm-hmm. And then after some time. Через некоторое время Radhika spoke to Vishakha. Radhika обратилась к Вишаке. Я кома раха раса ива ива раста ива чайтракшапаста ичан мила тимати сарабая правда кадамбана. What Chaitanya Mahaprabhu was telling before Lord Jagannath. То есть Radhika сказала, выразила те же самые настроения, которые Махапрабху выразил перед колесницей Господа Джаганата. Rupa Goswami revealed the inner meaning. Rupa Goswami явил внутренний смысл этого. Priya soyam Krishna sahachari Kurukshetra militastataham saradam taridam ubayo sangamasukam tatapyanta kelan madura murali panchamajushe mano me kalindi pulina vipinaya Prihayati. O Sakhi, I am the same Radhika and he is the same Krishna and we are meeting together and there's great joy in this, but my heart is not fully satisfied. И Радха делилась своими мыслями с Вишакхой. Она говорит, о Сакхи, я та же самая Радха, он тот же самый Кришна, и снова каждую ночь мы встречаемся, но все же я не испытываю того прежнего восторга, как я испытывала в нашей юности, когда мы встречались с ним. I yearn to be in a beautiful kunj on the bank of the Jamuna in Vrindavan, hearing Sri Krishna playing Sarigamapa, the fifth pa, playing the fifth note upon his flute. Мне так хочется перенестись в кунжу, там, в рощу на берегу Ямуны и слушать, как Кришна издает ноту па из своей флейты. Because Radhika may be there, Krishna may be there, but if Vrindavan is not there, the Udipana of Madhuras, then the Madhurya Ras will not fully manifest. Потому что самих Радики и Кришны не хватает для полного проявления Мадурасы, потому что необходим Вриндаван, вот эта атмосфера Вриндавана, это очень ключевой ингредиент и фактор в Мадхурья Расе Радхи и Кришны. So Sri Chaitanya Mahaprabhu was relishing these moods of Radhika when he was dancing at Ratha. Именно вот эти чувства Радики переживал Шри Чайтанья Махапрабху, когда он танцевал перед Господом Джаганатхой на празднике колесницы. By his lila, by hearing the guitar of this lila, Mahaprabhu ignites a blazing fire in the hearts of all the devotees. That utkanta to be on the bank of Jamuna in Vrindavan and serving Krishna. И то есть вот это и вот этим своей лилой, это читание Махапрабху, он вызывает сильнейшую утканту в сердцах всех преданных, то есть помочь Радхе и Кришне перенестись как раз на берег Ямуны, во Враджу, быть там и иметь возможность служить им там,
приближена. At that time Krishna did not return to Vrindavan. В тот раз после вот этих двух месяцев Кришна не вернулся во Вриндаван. But Mahaprabhu anyway brings Lord Jagannath to the Gundicha and enacts that highest desire of Radhika that Krishna should return and be with her forever. Но все же во время Радхаятри, когда Махапрабху вел всех преданных там в танце перед колесницей Джаганната и вез их в Гундичу, то для Махапрабху в Баве это было то, что Кришна возвращается с к Радике во Вриндаван. Си Джаганнат Ратхаятра Махамотсава Ки. То есть праздник Радхаятры это всегда это возвращение Кришны во Вриндаван. Варасани Валики.